теперішній час інтернет є невід'ємною частиною нашого життя. Більш ніж 50% українців користуються всесвітньою мережею. Тому не дивно, що указ президента України Петра Порошенка щодо введення санкцій на використання російських інформаційних продуктів викликав обурення у деяких інтернет-користувачів. Тож ця заборона є безпекою країни чи обмеженням демократичних свобод? Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такої заборони? Ну, отрицательно ставлюсь. По факту тянемся как бы к Европе, а сидим на месте, как мне кажется. И больше склоняемся, скорее всего, к России. То есть те же самые запрещенные, как и у них, и сайты, и телевидение. То есть, не знаю, скорее всего, даже уже ближе к Корейской Народной Республике. Очень. Положительно очень. Мы очень негативно к этому относимся, очень. На самом деле, но это просто бредово, на мой взгляд, можно обойти эту защиту. Уже VPN Opera, наверное, скачали все. Хочу передать президенту привет, спасибо за сложности, да, и за занимаемое место на телефоне теперь этим приложением. Отрицательно. Категорически нет. Очень отрицательно. Негативно, конечно. Отрицательно. Отрицательно, конечно. Я согласна с этим, позитивно, да. Скорее всего, негативно. Я отношусь позитивно, потому что ВК забирает много времени, все эти соцсети, и если их закроют, то будет лучше для всей молодежи. Негативно. Почему? Ну, зачем это делать? Что, больше нечем заняться? Доброго вечора, шановна громада, доброго вечора, шановні експерти, шановні гості. Як вже зрозуміло, оскільки наша програма завжди присвячена найактуальнішим питанням нашого життя, то я думаю, що ще тиждень тому було зрозуміло, що сьогоднішня програма у нас буде присвячена саме питанню закриття російських соцмереж, закриття певних російських сервісів. І, як завжди, у нас в гостях дуже компетентні гості, дуже компетентні експерти. Як завжди, вони представляють дуже різні верстви нашого населення, дуже різні професійні верстви. Тому, я запевняю, буде дуже цікаво. Втім, перш ніж перейти до сюжетів, які ми підготували, перш ніж перейти, власне, до дискусії, я, звичайно, не відмовлю собі у задоволенні представити наших гостей. Отже, Олександр Дмитро Андрійович Канарський, приватний підприємець, експерт з питань IT-технологій. Візитівку, будь ласка. Дмитро Канарський. В 1999 році закінчив Миколаївську гуманітарну гімназію номер 2. В 2004-му – Чорноморський державний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень». З 2005 по 2017 рік працював у компанії «Дикий сад». Займався розвитком волоконно-оптичної мережі. Один з розробників системи «Безпечне місто», впровадженої в 2015 році. З 2016-го – член виконкому Миколаївської міської ради. Приватний підприємець. Другий наш гість – це Сергій Миколаївич Дібров, директор Миколаївської філії комп'ютерної академії «Шах». Будь ласка. Сергій Дібров народився в Одесі. В 1994 році з відзнакою закінчив Одеський політехнічний університет. Викладав на кафедрі обчислювальних машин і мереж, працював програмістом, був директором інтернет-провайдера «Телематика», виконував обов'язки секретаря на першому в історії України судовому засіданні, яке було повністю проведено за допомогою засобів телекомунікацій. Блогер, публіцист, журналіст, оглядач інтернет-видання «Думскай.нет», з лютого 2017 року директор Миколаївської філії комп'ютерної академії «Шах». І наш третій гість, також постійний учасник наших програм, це Володимир Борисович Євсеєв, незалежний експерт з питань фінансової та економічної безпеки. Будь ласка. Володимир Євсеєв. Освіта – вища технічна та вища фінансова. У бізнесі з 1991 року. Має 16-річний досвід роботи на керівних посадах. У сфері фінансового консалтингу – середини 90-х років. Незалежний фінансовий радник. Автор проєктів «Економічна безпека громадянина», «Діяльність фінансових аферистів» тощо. Активно публікується
входить до складу Ради з питань регіонального розвитку науково-технічної, інноваційної та інвестиційної діяльності при Миколаївській облдержадміністрації. Є членом Комітету з економічних реформ при Миколаївській облдержадміністрації. Отже, наші гості представлені, наші експерти, ви їх побачите, власне, вже їх бачите, я думаю, що тут усі знайомі лиця, обличчя вам кажуть вже про те, що сьогоднішня дискусія буде досить гарячою, а ці два пустих стільця, які ви могли побачити, вони свідчать про те, що ми чекаємо ще двох гостей, оскільки у нас сьогодні прямий ефір, ну, така справа, люди не встигли на початок, втім, ми дуже сподіваємось, що до нас приєднається Андрій Брашко, дуже відома у Миколаєві така медійна особа, він є директором Миколаївського кабельного телебачення, також у нього досить багато різних посад, саме у цій сфері, у сфері кабельного мовлення. І також ми чекаємо на Олександра Максименка, начальника управління з питань молоді та туризму. Він має, ну, крім того, що, звичайно, поговорити і від себе особисто, має певним чином дати нам зрозуміти, яке ставлення до тих подій, які ми сьогодні будемо обговорювати, у Миколаївської облдержадміністрації, адже він є її співробітником. Отже, чекаємо на ще двох наших експертів. А зараз, за традицією, пропоную по хвилині кожному з наших гостей для того, щоб визначитися з найважливішими тезами. Дмитро, ви до мене найближче, будь ласка, починаємо з вас. Спасибо большое, что пригласили. Я хочу сказать, что я поддерживаю тот запрет, который был введен президентом. Он был введен не просто так, не по его там велению, ему не просто так захотелось. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, государственный орган, который следит за безопасностью нашей страны. И сейчас мы де-факто в состоянии войны, и речь идет о том, что запретили не только там ВКонтакте и Одноклассники, а достаточно большое количество российских медиаресурсов, которые используются и могут быть использованы, и используются по факту явно не для развлечения, и следовательно, этот запрет, тем более он не вечный, он там на год, на три года, кто читал этот указ, содержание вот увидел это. Ну, то есть, это, я считаю, что это абсолютно правильно. Дякую. Будь ласка, Сергій Дібров. Ну, я тоже поддерживаю запрет, но в силу меркантильных соображений. Как руководитель компьютерной академии я наблюдаю грандиозный всплеск интереса к компьютерным знаниям. Интересуются, спрашивают, уточняют, самостоятельно учатся. Потребуют у нас, чтобы проводили дополнительные курсы. Мы даже хотели для детей провести летнюю программу «Сам себе ВПНщик», рассказать, как это делается. Выяснилось, нет необходимости. Дети все прекрасно разобрались, все выяснили, проблем у них нет. И в целом могу сказать, что эти санкции явно не предусматривали полную и окончательную блокировку доступа. Более того, огромное количество российских ресурсов, например, там Rambler, почтовая система, или Live Journal, которые тоже социальная сеть, они работают. То есть это выборочные и преимущественно, как мне кажется, экономические санкции. Что касается отношения к этому, ну, могу сказать, что Украина не первая страна, которая вводит санкции в отношении того же ВКонтакта. Например, во многих странах Европы он давным-давно запрещен, потому что является источником нелегального контента. Поэтому эта ситуация на самом деле ничего экстраординарного в себе не несет. Какого для обсуждения и дальнейшего компьютерного обучения? Замечательно. Ну, Сергій, як справжній маркетолог, просто знає, де можна знайти гроші, і тому тут справді можна сприймати будь-яку небезпеку або будь-яку кризу, або як небезпеку, або як виклик. Ну, я так, чи як можливості. Ну, я так розумію, що Сергій займає таку позицію, а що думає з цього приводу наш експерт з питань самої різної безпеки? Ну, що таке демократичне суспільство? Наверное, это тема целой передачи. И для меня это возможность жить в том городе, в который мне нравится. Посещать другие города, выезжать из страны и возвращаться в нее. Общаться с теми людьми, которые мне интересны, которых я выбираю по своим признакам, что мне более нравится. Говорить на том языке, который мне нравится, соблюдая, естественно, законы о государственных языках. Ходить в ту церковь, которая мне нравится. Слушать радио, телевидение, смотреть интернет, который интересует меня, а не того, кто считает, что я достоин чего-то другого. Я выходец из Советского Союза и очень хорошо помню
как тоталитарная система навязывала нам, с кем дружить, что читать, что смотреть. И мне это было совсем не по душе. Поэтому то демократическое общество, в котором я оказался, я невероятно приветствую. И само собой разумеется, я считаю, что любые запреты, ограничения, любые санкции подобного плана, какой бы правящий режим в какой бы стране не применял, это временное. А вечное, вечное – это те демократические ценности, о которых мы сейчас говорили. И наше общество, доказательство тому, что вот мы сегодня собрались и говорим свободно, открыто, в прямом эфире, тому подтверждение. Как-то так. Ну, как-то не очень я понял, на самом деле, где у нас начинается демократия, а где она заканчивается. Но я думаю, что в любом случае наши эксперты по этому поводу выскажутся. И вот я сейчас хочу немножко опять-таки нарушить традицию. И после гостей, как правило, после вот, минуты у гостей у нас идут, как правило, сюжеты, которые мы подготовили. Однако все-таки очень хотелось бы вот, послушать Алексея Продиста как юриста и Александра Янсена как военного. Вот с вашей точки зрения, то есть я недавно был шокирован, честно говоря, одной из публикаций. Так ведь парни там в окопах, они же сидят значит, под градами именно за то, чтобы я имел право здесь сидеть в ВКонтакте. И я не знаю, вам виднее на самом деле, что там во имя чего находится. Андрей, садись, пожалуйста, вот, я предупредил, что вы у нас сегодня будете. Спасибо, что добрый пришли. Добрый вечер, спасибо. Вот поэтому, как вы к этому относитесь? Я не отношусь к этому как к какой-то там катастрофе, это раз. Ну и не отношусь к этому как к правильному шагу. У нас четвертый год идет война по факту, идет гибридная война. Она идет и на фронте, она идет в соцсетях, в душах, в умах населения обеих стран, скажем так. Мы ее проигрываем в информационном плане очень жестко и очень далеко. В данный момент сейчас просто все отрубить и дать элементарную возможность там, тысячам, десяткам тысяч людей, которые адекватно могут разговаривать с такими же адекватными людьми на той стороне. Я служил еще тоже при Советском Союзе. У меня огромное количество, я служил в Забайкалье, и огромное количество людей у меня там задают вопросы. Объясни, ты нормальный, адекватный человек, мы тебе верим. Объясни, что происходит. Кому верить? Путину или вам, или еще что-то там. Это инструмент. Я, например, ВКонтакте давно не заходил. Был момент, я себе возобновил доступ к одноклассникам, даже не могу. Я там нахожусь только с той целью, чтобы просто дразнить тех, кто меня там ненавидит с той стороны. Постоянно общаюсь в Фейсбуке. Но тем не менее, я пришел к сыну, сын у меня постоянно сидит в ВКонтакте. Я у него спросил, как тебе ВКонтакт? Он хотел его подернуть. Да все нормально. Он точно так же нормально, мы говорим только о ВКонтакте. Они сидят в этом Майнкрафте, там играют сейчас все дети. И они друг с другом общаются. И точно так же мне ребенок говорит, папа, зачем ты ездишь туда убивать граждан нашей страны? Я говорю, кто тебе такое сказал? ВКонтакте рассказали. Ну там рассказали, даже не в игре. Они между игрой просто общаются, ты откуда, оттуда. Где выигрыш нашей страны в этом? Проиграли мы много. И я искренне верю в том, что мы просто обрубили те каналы, которыми могли достучаться хоть до каких-то людей. А один человек, чей ум мы завоевали, он расскажет соседу там, в семье и так далее, и так далее. Это лавина. Они нас давят. Путин выбрасывает миллионы долларов на то, чтобы нас троллить. Троллить везде по всему миру. Мы хоть копейку на это потратили, я в это не верю. Может быть, рассказывали, но я в это не верю. И вот каждый человек, каждый из нас – это боец на информационном пространстве. Вот мое мнение. Спасибо. У меня на этот повод есть свое мнение, но я на самом деле все-таки очень хочу сегодня как можно больше послушать наших экспертов. Пожалуйста, Алексей. Я на самом деле не вижу абсолютно никакой катастрофы в том, что ограничили доступ к этим ресурсам. Дело в том, что на самом деле он-то, собственно, и не закрытый. Есть возможность посредством VPN иметь доступ и в ВКонтакте, и в Одноклассники, и так далее. На самом деле это экономические санкции. Мы находимся, как уже сегодня озвучивали, де-факто в состоянии войны с Российской Федерацией. Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие ресурсы, которые были ограничены, они зарабатывают на украинском потребителе.
мы спонсируем страну-агрессора, зачем нам это делать? Если мы ограничиваем таким образом доступ, то российские предприятия на этом не зарабатывают, одновременно с этим украинский бизнес, айтишный бизнес может развиваться. Ну, то есть я имею в виду аналоги тех социальных сетей, которые были ограничены, или там поисковых ресурсов. Поэтому ну, в этом нет ничего абсолютно негативного, и я не считаю, что это ограничение каких-то демократических свобод, потому что, опять же, я говорю, доступ к этим ресурсам, возможность общаться с кем-то в Одноклассниках или ВКонтакте, она, в принципе, осталась элементарным образом. Устанавливаешь браузер Opera, там безлимитный бесплатный VPN, меняешь себе этот самый, буквально одним нажатием IP-адрес и имеешь возможность выступить. Вы же юрист. Да. Вы сейчас даете советы, как обойти распоряжение, указ. Стоп. В этом нет ничего негативного, на самом деле, я читал, я и говорю, что в этом нет ничего противозаконного. Использование VPN в Украине это законно. Я слышал совсем другое. Что именно VPN использование, это незаконно, и СБУ это дело будет отслеживать. И ну, на самом деле в указе по этому поводу ничего не сказано. А как СБУ оно будет? В этом говорит каждый день. Хотя мы прекрасно понимаем, что СБУ у нас... СБУ каждый день говорит о том, что если вы увидели сепаратиста, пожалуйста, позвоните по этому телефону. Вот я эксперимент ставил прямо на Фейсбуке, да, вот размещал. Что-то не помню каких-то реакций, поэтому, вероятно, бойцы невидимого фронта на невидимом же фронте и действуют. Пожалуйста, Андрей Брашко, вот вам еще минута наша традиционная, для того, чтобы вам, как стороннику всех, вернее, как противнику последовательному всех возможных запретов, высказать свою точку зрения. Никогда запреты ни к чему хорошему не приводили. Это на самом деле ограничение свободы каких-то прав граждан. Чисто по-человечески я согласен. Еще в 2014 году мы сами на свой, как говорится, рассуд блокировали информационные российские программы Киселева, там итоги и прочие дела. На 4 каналах многие зрители помнят об этом. Буквально 2 дня была паника в городе, но когда люди поняли, что блокируются только ресурсы пропагандистского толка, мы на свой страх и риск, я приехал как раз из Европы, и там несколько дней пожил в Словакии в отеле. Я насмотрелся 3 каналов, я их никогда до этого не смотрел. Ни РТ, ни новости. Ну, как-то вечером приходил уставший и посмотрел эту пропаганду. И приехал, собрал своих бойцов, говорю, ребята, что-то надо делать. Я пошел тогда к губернатору, договорился, что возможен такой вариант. Он сказал, вы профессионал, делайте, что хотите. Ну и тогда зрители обращались к нам и говорили спасибо, что вы оставили там шоу. Ну, то, что началось потом после этого, запрет там всех каналов возможных. Ну я понимаю, там пропагандистские каналы, новостные, это да, Russia Today, там РТ, новости, РТР. Но когда запретили там юмор или что-то такое, ну фильмовые каналы, ну такие советские, ну это на голову не налазит. И это только, я считаю, вызывает недовольство властью. И не способствует единению общества. Надо создавать что-то свое. Вот запретили ВКонтакте Одноклассника, а где украинская сеть подобного уровня? Знаете, все равно люди найдут. Где, тем более, что это не проблема чисто технически. Я не знаю, какой технический там, консультант оказывался действие написания этого указа. Сейчас любой по звонишке за 2 рубля там, устанавливают этот VPN. То есть это вообще не проблема. То есть просто людей разозлили, это очередная капля недоверия к властям и все. Спасибо. Вот наши зрители уже присоединяются, пишут, люди не ищут, это вот Александру, люди не ищут в информационном поле правду, не ищут подтверждения своим мыслям, поэтому пытаться там кого-то в чем-то убедить, это разговор слепого с глухим. Ну и кроме того, вот предлагаю снять запрет на наркотики, поскольку свобода их употребления и, соответственно, наша свобода выражения таким образом тоже страдает. Я предлагаю посмотреть сюжет Виолетты Рутюнян, а потом мы продолжим нашу дискуссию. Пожалуйста. В Україні соцмережі ВКонтакті і Однокласники та низка інших ресурсів заборонені. Указ президента України Петра Порошенка про блокування російської інформаційної продукції набув чинності 17 травня 2017 року. Гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики, тому з метою впливу на
опонентів та контрпропаганди, моя команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах. Але масовані кібератаки Російської Федерації по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що прийшов час діяти інакше і більш рішуче. Українські інтернет-провайдери мають припинити надавати доступ до ВКонтакті, Однокласники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах буде закрито. Закликаю всіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки. Щоправда, станом на 25 травня сторінка гаранта української конституції ВКонтакті, як бачите, ще була у доступі. А тим часом команда ВКонтакті розсилає всім українським користувачам алгоритм, як обійти цю заборону. Не всі російські продукти були заборонені, а тільки ті, які можуть потенціально представляти загрозу. І, к сожалению, для многих наших соотечественников эти соцсети действительно единственное средство общения со своими родственниками или там с однодумцами, но им только кажется, что это единственное средство общения. Какое количество так называемых трекеров присоединено к странице ВКонтакте? То есть вы, заходя в страницу ВКонтакте, вы уже отправляете, ну, там около 20 каких-то есть адресатов, на которые вы отправляете информацию о том, что вы вошли, вы там сделали то-то, ну и так далее. То есть при этом, что самое смешное, в Фейсбуке почему-то этого нет. Проте більшість миколаївців припиняти користування не збираються, оскільки вважають, що це обмежує їх права та свободи. Свободи – это очень важно, это основополагающее, вообще в любом развитом обществе понятие, но свобода любого чоловіка закінчується там, де починається свобода другого чоловіка. Треба розуміти, що будь-які обмежувальні заходи, вони не приймаються спонтанно. І тривале використання російських інтернет-мереж та сервісів комунікації на шкоду державним інтересам України. Не всі знають, що в інтернеті є чимало українських соцмереж, які можуть стати альтернативами ВКонтакті та Однокласникам. Але якщо влада намагається таким чином просувати вітчизняного виробника, то це невдалий варіант. А це the communication tube. Що? Комунікативна труба. Садись. Допустим, тобі хочеться поділитися зі мною яким-небудь своїм душевним переживанням. Приводимо трубу в позицію number one. Ти туди говори, а я сюди ухом. Давай, говори. Нужно пользоваться альтернативами, но уже зарекомендовавшими себя и во всем мире являющимися лидерами. Там, и в частности, если говорить о соцсетях, это, например, Facebook. Потому что это все-таки гигант такой, который как раз сеть ВКонтакте изначально с момента появления пыталась перенять все его там фишки и продолжает это делать до сих пор. Згідно з рішенням, інтернет-провайдери мають заборонити доступ до сервісів як російського, так і українського Яндексу. Користувалися активно GPS-навігатором. У мене був при собі телефон, в який були загружені Яндекс-карти. Навігатор через певний час почав здавати збій, а потім ми зрозуміли, що він абсолютно на нас навів і по нас почали вести вогонь. Причини таких змін у законодавстві цілком зрозумілі. Але чому це не зробили ще 3 роки тому? Отже, панове, я бачу, усі наші експерти готові вже вступати. Втім, вони, напевно, і раніше вступили, якби мали таку змогу, але втім, зараз така змога вже є. Будь ласка, Андрій. Добрий вечір. Я вам предлагаю розділити якби три больших направлення вот этой проблемы. Первая проблема — это информационная война и противодействие ей. Тут безспорно нужно вспомнить такой большой российский проект, который называется Ольгина. Если кто не знает, Ольгина — это систематическая работа в соцсетях в интересах российского государства. Второй вопрос. Демократия или все-таки это свобода? В чем демократия, в чем свобода? То есть это несколько другое направление. Демократия — это право высказывать собственные мысли, а свобода — это пользоваться всем, чем можно. И третье направление предлагаю рассмотреть о том, зачем скучают, собственно говоря, вот наши
сторонники доступа ВКонтакте. Если, если начать по первому вопросу, информационная война. Информационная война всегда, не знаю, наверное, со времен еще Второй мировой заключалась в донесении каких-то иной информации на территорию противника. Я могу напомнить для многих, что листовки разбрасывались с самолетов и так далее, то есть с помощью печати, с появлением интернета, соцсетей, это стали делать через соцсети. Ярким примером это «Арабская весна», которую как раз именно через соцсети и стимулировали. Кроме всего прочего, абсолютно верно было замечено предыдущими ораторами о том, что Украина не выделяет деньги на работу в соцсетях для поднятия патриотизма или защиты государства. Если в США есть такая, например, большая серьезная структура, которая называется Агентство национальной безопасности, которая отслеживает всевозможные такие штуки, там, телефоны, интернет и так далее, у нас этого, к сожалению, ну, если и есть, то в очень маленьком количестве, этим занимается одно из подразделений СБУ. Другой момент. Россия, понимая, что это действительно инструмент для борьбы, она использует это активно, и Ольгин этому пример. Поэтому я вот хочу, чтобы, если можно, наши гости высказались на эту тему, что вы думаете по поводу именно в разрезе информационной войны. Спасибо. Ну, я вижу уже Сергей Дебров, собственно, и остальные гости готовы, однако, дав право голоса одному политологу, будет совершенно нечестно оставить второго в онемении, поэтому Александр Ухмановский, который, я понимаю, в известной степени является оппонентом сегодня, Андрей, пожалуйста. Нет, ну Андрей поднял очень классную тему, то, что это многослойный бутерброд. И многослойность этого бутерброда показывает как раз то, что это является на самом деле политической технологией. И тот бред, который нам несут с экранов, это абсолютно далеко от истины. И этот указ решает не нашу войну с Россией, а интересы политиков, в первую очередь Порошенко. И та активность, которую проявляют сейчас так называемые порохоботы, они все-таки есть у нас, как раз еще одно доказательство того, что, ребята, вся эта война с Россией и все эти патриотические слоганы только прикрытие. Потому что вы все сказали сегодня ну классную вещь. О, это всего лишь экономические санкции, блокировку можно обойти. Господа, теперь задумайтесь, а почему указом президента не введены экономические санкции, а введена блокировка. Если бы на самом деле хотели бы нанести удар по России, запретили бы экономические отношения с этими предприятиями. А теперь давайте зададим еще один вопрос. Если это такая информационная война, якобы, то почему у нас есть свободный доступ к сайтам Life, GovNews, Russia Today, Russia 24 и прочее, которые намного страшнее и которые в прекрасном открытом доступе? Что за бред? Что за ограниченное такое? И на фоне падающего рейтинга Порошенко и на фоне того, что в Фейсбуке можно зачистить, все те же группы и Новороссия, и трупы наших воинов тоже все это присутствует в Фейсбуке. С ним проще бороться. То зачистка нескольких соцсетей позволяет спокойненько работать с Фейсбуком. А теперь давайте дальше пойдем, если вы все такие сторонники информационной войны. Сейчас любой из вас может достать телефон, либо там режиссеры могут открыть YouTube. Я вам советую сделать YouTube, американская система, запрос. Зверство украинских карателей. 11 тысяч с гаком видеоматериалов. Киевская хунта. 48 тысяч видеоматериалов. А почему мы не закрыли доступ к YouTube? А там, ребята, материалы такие, что слабонервным лучше не смотреть. После Днепропетровска, как наших солдат таскали без мозгов, с пробитыми головами. Оно лежит в открытом доступе. Почему мы блокировали ВК и ОК? Почему мы не запретили экономические отношения с этими предприятиями? Вы говорите про развитие сектора IT? Да, у нас есть прекрасный украинский, извините, что перебираю, украинский аналог 1С, отличный, OneBox. Он активно продвигается порядка 2 лет и наращивает активно базу. Знаете, где компания зарегистрирована? Где-то в Польше, если не ошибаюсь, но не в Украине. Потому что у нас IT это маски-шоу, и об этом писал Давид Арахами много раз.
Какое же развитие украинской безопасности, если наши же СБУ вместе с нашими силовиками, наши же предприятия валят? Банально валят. Саша, спасибо. Я все-таки прошу всех выступающих придерживаться регламента. И, кстати, у меня такое возникло подозрение, что наверняка Александр Федорович Сенкевич заплатил Порошенко, чтобы он издал этот указ. И Александр Ухмоловский на какое-то время переключился с травли Сенкевича на травлю Порошенко. Сергей Дебров. Сергей Дебров, пожалуйста. Ну, раз мы перешли к этой теме, хочу сразу сказать, что мне не нравится термин «информационная война». Мне не нравится термин о том, что эта пропаганда является частью политики. Ни в коем случае нет. Это военная пропаганда. Это боевое оружие, информационное оружие, которое применяться должно исключительно в боевых условиях против противника. Мы знаем понятие 200-е, мы знаем понятие 300-е, есть понятие 400-е, есть понятие 500-е. 400-е это алкогольное разложение и деморализация. Есть специальные методики, более того, есть специальные подразделения в составе вооруженных сил любого государства, которые занимаются военной пропагандой. Специалистов для этого готовили на военных кафедрах ведущих журналистских вузов Советского Союза. Это были, если не ошибаюсь, 4-семестровые курсы, во время которых выдавались методики, которые сейчас я вижу каждый день. Я могу зайти на любой российский ресурс и вспомнить, какая страница конспекта в этом есть. Это мощнейшее нелетальное оружие, мощнейшее боевое нелетальное оружие, которая применялась и применяется и будет применяться в свете последних военных всех тенденций, будет применяться все больше и больше. Применение боевого оружия в отношении мирного населения, а именно кремлевская пропаганда по всем методичкам боевой пропаганды, по отношению к украинским гражданам в частности, это я считаю воинским преступлением. Это не летальное оружие, но это боевые средства, которые применяются против мирного населения, и мириться с этим нельзя. Поэтому повторю еще раз, это не просто политика, это не просто гибридная война или информационная война, нет. Это абсолютно боевые средства, находящиеся в арсенале на вооружении вооруженных сил государства, которые сейчас применяются против всего населения Украины. В свете этого возникает вопрос, как мы должны относиться к контакту, к одноклассникам. Да, мы ограничили, безусловно, и пострадали люди, которые не имеют отношения ни с одной стороны, ни с другой. Давайте вспомним фразу «Впереди пойдут женщины и дети». И пусть они попробуют против нас что-то делать. Мы знаем, кому принадлежит эта фраза. Это классический пример такого же самого применения запрещенных средств для достижения военных целей. Вопрос у нас в одном. Мы находимся в раскорячку, так сказать. Мы находимся в особом периоде, но не в состоянии войны. Имеем ли мы моральное и юридическое право применять эти средства со своей стороны? Это те вопросы, которые мы задаем сами себе уже много лет. И вот именно информационная составляющая вооруженных военных действий, вот это вопрос, который мы сейчас и столкнулись. Дякую. Давайте идти дальше. Вот по инициативе Александра Ухмановского давайте действительно выступим сейчас с предложением запретить YouTube. Более того, следующим этапом до YouTube надо было бы запретить Facebook. Вот по каким причинам? Ну, как минимум по одной, потому что штаб-квартира Facebook, который редактирует и занимается продвижением на территории стран СНГ, где находится, кому неизвестно. В Москве, да, громче, в Москве находится. То есть это реально вражеская сеть. Так почему мы говорим, что что-то закрыть, а вот это пускай будет открыто? То есть я четко понимаю, что это действительно экономическая игра. Это немножко политическая игра. К сожалению, это не информационная, потому что мы... Посмотрите, что такое информационная политика в нашей стране. Министерство информационное было создано. Я специально смотрел несколько дней за развитием событий, какие будут там посты после того, как вышел этот указ. Абсолютная тишина. Они как будто занимаются совершенно другими делами. Что нам тогда останется? Идти в LinkedIn или еще куда-нибудь? Но я считаю, что вот, коли уже мы затронули эту тему, давайте закроем еще две социальных сети, в которых очень много того, что может помешать нашим гражданам иметь общее зрение о том, что происходит во всем мире. Не только в конфликте между нашими народами, но и во всем мире в том числе. Можно? Дякую. Так, Александр, потім Дмитро, будь ласка. Я именно об этом и говорю, что информационное поле – это и есть поле битвы. И это сейчас более поле битвы, чем то, что находится у нас на Донбассе. Потому что еще со времен Вьетнамской войны американцы посчитали, что когда они начали использовать психологические операции, как это сейчас называется, а это весь комплекс, да, информационной войны,
Они тратили на убийство одного вьетнамца там что-то до 100 тысяч, 200 тысяч долларов. Когда начали использовать психологические операции, убийство или сдача в плен одного вьетнамца стало стоить 100 долларов. Вот вам разница, где можно бороться. И это понимают в России, я еще раз говорю, это понимают во всем мире. У нас решили просто, если мы уберем это поле боя, значит оно исчезнет. Так давайте, ребята, действительно собьем Астра-1, Астра-2, Астра-3, там спутники, которые нам вещают Россию, правильно? Потому что каналы никто не отменил. И сидят там пророссийские, там сепаратистски настроенные граждане и смотрят себе спокойно Russia Today и думают, а раз нам это все запрещают, значит они там говорят правду. Все, это самое главное. Если что-то ты запрещаешь, значит это правда. Больше я не... прошу прощения, буквально еще секундочку. Вот мы с коллегой выходцы из Советского Союза, и я не помню, не знаю, как вы, но немецкая волна, «Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа», «BBC». То есть начинался вечер, я уходил в свою комнату, доставал из-под кровати приемник и включал его тихонечко. Есть обычаи на Руси, были, на ночь слушать наушники BBC. Наушники были недоступны, я тихонько слушал, чтобы папа не услышал о том, что я делаю. И потом, благодаря этому, я получал информацию о том, что происходит в мире, в том числе и начиналось мое изменение отношения к моей родине, к Советскому Союзу. То есть это отработанная методика. Скажите. Но запрещали. А если бы это было в свободном доступе, я думаю, что я бы не был таким интересующимся человеком. Потому что это лежит на поверхности. Скажите, а глушилки вам мешали слушать? Нет, не мешали. Ну, усложняли жизнь. У меня был очень хороший приемник. Дмитро, будь ласка. Дмитро, я бачу усіх. Дмитро. Я насчет красивой... оскорбительные речи в адрес государственной власти Александра. Смотрите, есть, вы ее очень хорошо построили, но вот в самом ее корне было неверное утверждение о том, что не введены там никакие экономические санкции и так далее. Они введены. Как минимум, то есть одно представительство российское, одно украинское ВКонтакте, точно так же в Mail.ru, вся общая эта сеть, медиасеть украинская и российская ее там представительство, точно так же и в Касперский, лаборатория Касперская и так далее, именно в первую очередь введены экономические санкции, заблокирована экономическая деятельность, заблокированы счета, там и ну, полностью сделали так, чтобы они не могли этого делать. Зачем? Запретите, если это экономические санкции, запретите экономические взаимоотношения. Так их, собственно, и запретили. Стоп, нельзя заплатить за рекламу. Саш, давайте по очереди. Организациям запретили деятельность экономическую на территории Украины. А блокировать все, зачем доступ? На 3 года. А блокировать доступ пользователям? Так, господа, тогда давайте сейчас мы послушаем, если Дмитрий закончит, пожалуйста, дайте ему все-таки закончить. А то мне то пишут зрители, что такое Ухмановский сидит и молчит всю передачу, не случилось ли чего. Ну, видимо, Саша решил, что уже пора, прорвало. Дмитро, закиньте, будь ласка. Я обращу ваше внимание, что не путайте, пожалуйста, термин, потому что очень хорошо строится фраза, но если вы в корне что-то вставляете неверно, то получается, мы ведем передачу не туда. Я вот обращу внимание, Ярослав уже сравнивал с наркоманией и так далее. То есть у нас не запрещено употреблять наркотики. Иначе бы у нас все люди, которые лежат в больнице под морфием, потому что им нужно это, они их бы сразу, наверное, заковывали бы в наручники и отводили бы в КПЗ. То есть это не так. У нас в стране не запрещено употреблять наркотики, у нас в стране запрещено их хранить и распространять. Точно так же у нас сейчас введен запрет на распространение этой информации, а не на потребление. Поэтому никто не нарушает закон, если он находит обходной путь для себя. Кому-то это надо, как только что то, что сравнивали с наркотиками. Может быть, кому-то эта информация нужна позарез. Но тем не менее, никто никого не ограничивает в этом. Пожалуйста, берите чуть, может быть, сложнее методы, но тем не менее. Поэтому не переходите, пожалуйста, в дискуссии на какие-то уже, как мне кажется, вымышленные такие фантазии. Сергей, я вас вижу, однако Андрей раньше руку поднял, пожалуйста. Я бы хотел, вот мы говорили, да, вот о том, что вот мы 2 политтехнолога, и у нас соревнования. Только что был очень классный пример политтехнолога Усмановского, как быстро довести до абсурда. Во-первых, YouTube это не социальная сеть, это для вас. Она не социальная сеть, это сервис размещения видеоматериалов. Это раз.
Второе. Если Александр Ухмановский введет в Google тот же запрос «каратель» или там что-то, то запросов будет гораздо больше. И если Александр Ухмановский воспользуется тором и зайдет в так называемый темный интернет, откуда можно зайти из любой точки мира, и его запретить невозможно, он там еще больше ужасов услышал. Поэтому не надо доводить до абсурда. Вернемся еще раз к самому началу. Если против нас действует, вот как Сергей сказал, что это подразделение, да, вот Ольгина, это подразделение, боевое подразделение, ну, я это называю информационной войной, можно это сказать, что это и, ну, военное, но это не суть, важно то, что в результате получается, распространение идей или перековывание людей на территории потенциального противника или врага, в данном случае против мирного населения, должно быть пресечено государством, если это государство не делает, то грозится на этому государству, это раз. Мне многие другой вопрос задавали сюда. Почему раньше это не сделано было? Ну, на этот вопрос, наверное, надо все-таки пригласить, не президента лично, но какого-нибудь его там речника, который об этом расскажет. Почему это не произошло раньше, почему не было заблокировано, да? Многие помнят Майдан, и как благодаря соцсетям объединялись люди, координировались и так далее и тому подобное. То есть это большой серьезный инструмент. Который сегодня в состоянии гибридной войны, гибридная война, этой силовой информационной войны, оказывает свое негативное влияние на государственность. И государство обязано его защищать. Точка. Все остальное, давайте мы запретим все, зачем утрировать? Запретили сети, где это массово делается. Массово делается. И то, что Facebook находится в Москве, это не важно. Ухмановский, сколько ты в бане просидел? 8 месяцев. Заметьте, имеется в виду не сауна, а бан, в смысле, да. Запрет. Ухмановского баня — это бан в Фейсбуке, да. 8 месяцев я просидел Ухмановский. Вот, ну, абсолютно верно. То есть Фейсбук — это более лояльная на жалобы действительно сеть. Пожаловались, заблокировали, они особо не разбираются. Блокировал кто? Администратор. Откуда? Где сидит администратор? Да абсолютно не важно. Не важно, где сидит администратор. Это как раз не важно. Это как раз не важно. Я пытался заблокировать российские группы. Не получается. Вот именно. В Фейсбуке с трупами украинских солдат разорванных, сгоревшие трупы, висящие на танках украинских. Я пытался, жаловались массово запретить, это нарушает политику Фейсбука, сцены насилия. Мне приходило сообщение, мы не находим никакого нарушения в этих публикациях. Новороссия. Это в Фейсбуке. Я повторяю еще раз, что бред, который нам несут про информационную войну, любая соцсеть — это проблемы. Любые ресурсы — это проблемы. Если это информационное оружие, что может быть страшнее? Life News, Russia Today и так далее, которые в открытом доступе находятся. Почему их сайты не блокированы? Спасибо. Сергей хотел. Я задаю лишь вопросы. Я хотел бы продолжить тему сразу трех собеседников. Начнем с экономического аспекта. Наиболее ярко экономическая сущность этих запретов проявилась на примере программы 1С. Программу 1С отключить невозможно, потому что это не интернет-сервис, программа куплена, работает, не связана с интернетом, работает. Все равно, что запретить сейчас все автомобили «Жигули», например. Это невозможно, они ездят. ВОЗ можно запретить. Поэтому запрещен передача авторских прав на продукцию компании 1С, находящейся в Москве. Это значит, что нельзя платно или бесплатно передать право пользования, купить эту программу, купить инсталляцию, пользоваться. Это сугубо экономический запрет, который уводит эту компанию, ну, по сути, местами даже, может быть, и монополиста, уводит с рынка на 3 года и открывает какие-то возможности и экономические. Это что касается экономической части. Что касается вражеских голосов. Глушилки, которые были в Советском Союзе, они теоретически, может быть, предполагали, что они полностью заглушат и не дадут возможности слушать. Но мы прекрасно знаем, что кто хотел, тот через этот вой, этот свист, эти глушилки, прекрасно помнит, получал эту информацию. Такая же ситуация была с запретом вещания российских телевизионных каналов. Да, ради бога, подходишь к компьютеру, заходишь на сайт и смотришь эти же каналы, это же телевидение. Спутниковые тарелки ставишь, смотришь вообще все. Этот запрет ни в коем случае не влечет за собой абсолютную невозможность. Кто хочет найти, тот найдет. На видеокассетах, на дисках будет приводить передачи, будет смотреть в конце концов. Но простой человек, которому все равно куда ходить, он при прочих равных условиях пойдет туда, где лучше звук, где лучше качество, где проще. VPN сейчас все перешли, потом уйдут, потому что медленнее гораздо работает интернет, просто неудобно. И вот это создание неудобств 30 лет назад в Советском Союзе, это та же самая политика и сейчас. Просто неудобно будет пользоваться ВКонтактом, что повлечет за собой и экономические, и политические последствия.
И последний вопрос, который касается соцсетей и безопасности. Российские соцсети, в частности запрещенные, никогда не скрывали, что они по первому требованию ФСБ выдают всю информацию о своих клиентах. Несколько лет назад в России вышел закон и неукоснительно исполняется о том, что вся личная информация клиентов таких сетей должны находиться на территории Российской Федерации. И те сети, которые это не исполняют, они запрещаются в России. В частности, сеть LinkedIn, она запрещена в России именно по этой причине. Насколько мне известно, персональные данные украинцев не хранятся на территории России. Логичным продолжением этого было 22 мая 2017 года, то есть 3 дня назад, постановление о том, что информация персональная о пользователях соцсетей по требованию ФСБ должна предоставляться, как сказать, на безакцепторном, то есть без запроса и без согласия владельца. Полный, 100% доступ к этой информации у российских властей есть. Мы ушли из этого пространства или уходим за 5 дней до этого решения? Дякую. Оскільки питання 1С вже тут порушено, а я боюся, що за нашими політичними дискусіями ми можемо його проскочити, а воно, напевно, цікавить наших глядачів не менш ніж, ну, принаймні, ті, хто працює з цією програмою, не менш ніж аспекти заборони соціальних мереж, давайте подивимось сюжет, який присвячено саме цій темі. Будь ласка. Особливе занепокоєння викликало потрапляння компанії «Єврософтпром», власника авторських прав на 1С підприємство на території України та низки представництв 1С франчайзи до санкційного списку указу президента України номер 133. Близько 300 тисяч компаній відчули загрозу заборони основної програми для бухгалтерського обліку. Ми просимо вас донести до відома користувачів 1С підприємства, що з ними нічого не станеться. Вони як працювали спокійно в штатному режимі, так і будуть працювати. Ми робили для цього все і будемо робити. Не заборонені продукти лінійки 1С підприємству, є лише введені санкції проти там декількох юридичних осіб. Так історично склалося, що 1С у першу чергу асоціюється з Росією. Але насправді вже багато років продукт 1С підприємства Україна став повністю незалежним. Ці програмні продукти розроблюються українськими спеціалістами для українських підприємств за українські гроші. І ніяких взаємовідносин з Росією по вот цьому процесу не відбувається. После 2002 года ДП «Росопром» абсолютно самостоятельное, независимое украинское предприятие. Оно платит налоги в украинский бюджет. Эти налоги измеряются миллионами гривен ежегодно. Найбільше владу турбує питання безпеки даних українських компаній та теоретична можливість терактів через програму. Але спеціалісти стверджують, продукт 1С підприємство цілком захищений і має відповідні документи, що це підтверджують. На сегодняшний день имеется экспертное заключение, есть документ, экспертное заключение о том, что ядро программного продукта 1С предприемства имеет степень защиты данных для работы пользователей уровня Г2. Співробітники Єврософтпрому вважають, що потрапили до списку випадково. Схоже, їх зачепили разом з російськими ресурсами, як компанію, пов'язану назвою з російським брендом. Вони вже організували збір підписів та написали лист-звернення до РНБО України з проханням переглянути рішення. Будь ласка, Сергій Стужук, Андрій потім, так? Будь ласка. Добрый день, дорогие друзья. Касаемо нашего сегодня темы, я хотел сказать, что лично для меня это очень позитивное решение. Потому что очень многие люди, которые содержались в других социальных сетях, пользовались другими там ВКонтакте, Одноклассники, они плавно перетекают в тот ресурс Фейсбука, в котором представлен я. И я там был исключительно только в других, потому что молодежь все-таки больше ВКонтакте была. Это у вас оговорка по Фрейду, люди, которые содержались в других сетях. Сетей очень много. А теперь я хочу все-таки сказать, что у любого решения есть разные ниточки. И так получается, вот принято решение о запрете некоторых интернет-ресурсов и так далее и тому подобное. Какая цель все-таки этого? Официальная цель мы знаем. Есть реальная цель и цель, которая будет впоследствии достигнута. Мы все обсуждаем только официальную цель. Мы ее знаем. Это безопасность и это экономические санкции. Реальная цель, на мой взгляд, совершенно другая. Реальная цель – это показать свою работу. Легко и несложно.
Почему? Если действительно это была серьезная опасность для нашего государства, если это серьезные, мы поставляли массовые финансовые средства агрессору, то почему это не было сделано раньше? Почему? Это раз. Потом, я убежден в том, что, безусловно, на этих ресурсах Россия зарабатывает. Точнее, российские предприятия, которые платят налоги, которые впоследствии идут в армию, которые потом идут на агрессора. Но тот ли источник самый важный, который используется для этого? Нет у нас сейчас допустимых экономических отношений с Украиной, финансовых средств, которые постоянно идут в Россию. Мне кажется, масса денег идут от предприятий экономических. У нас в Украине представлены огромное количество предприятий, которые имеют большущий процент присутствия здесь российского бизнеса. И масса этих гораздо больше. И все-таки какая цель будет достигнута? На мой взгляд, сейчас все-таки наше население не в том смысле политизировано, как мы привыкли в этом понимать. Если, только не считая полярных направлений, коммунисты и национал-социалисты, все остальные, по сути, особо роли не видят разницы в этих партиях. И они касаются только в том случае, когда это касается лично их. И когда людям, большинство людей представлены ВКонтакте, это коснулось, это вызвало негатив. И это, я считаю, просчет те команды, которая посоветовала принять это решение. Но в то же время я хочу сказать, что это будет временно. Сейчас население в основной массе негативно воспринимает все-таки это решение, потому что оно касается лично их финансовых моментов. Это больше наступили на мелкий бизнес, мелкий и средний бизнес людей, которые этим занимались. Если бы выборы какие-либо были бы сегодня, завтра, через месяц, в течение какого-то ближайшего времени это очень негативно ударило. Я думаю, первые рейтинги, которые будут опубликованы о президенте, о политических силах, они покажут это. В то же время мы знаем, что люди все-таки забывают это. Все перетекают и находят другие пути. И поэтому выборы все-таки официально пока не предвидятся. К следующему году это все будет забыто. Это особого не повлияет. Но в то же время я хотел бы сказать, что я все-таки сам работал в спецслужбах. Дорогие друзья, социальные сети – это средство. Если мы будем запрещать средства, то тогда можно было бы запретить не только Facebook, не только YouTube. Можно запретить ножи. От ножей погибло гораздо больше людей, чем от пуль, от ДТП и других средств. Но мы же не запрещаем, потому что это нож. Это надо садить людей, которые убивают, а не тех людей. Бороться информационно нужно? Конечно, нужно. Это самое важное оружие. Я вторю всем, кто об этом говорил. Но не такими средствами. Такими средствами вы не победите. Создавайте аналоги Ольгина. Создавайте такие подразделения. Ребят, которые в этом разбираются. Вот, выделяйте деньги на это, а не на те подразделения, которые, на те учреждения, которые у нас должны смотреть за этим и почему-то сейчас ничего не делают. В конце, завершая, хочу отметить, что все-таки для объективности хочу сказать, что для радикальных мер, когда мы хотим быстро достичь нужного результата, в истории обязательно принимать радикальные решения. И это решение все-таки относится к радикальным решениям и, возможно, ближе это будет свой результат соответствующий. Тільки що ми побачили приклад просто бездоганної роботи ще одного маркетолога. Оскільки Сергію доводиться працювати з різними верствами замовників, то одним, які йому будуть казати, що ти там казав, що не треба соціальні мережі, а я ж втрати. Він казатиме, так я ж казав, що це все так неоднозначно. Інші патріоти, які скажуть, та ти що, за соціальні мережі? Скаже, ні, там ви чули, я ж казав, що з одного боку, з іншого боку, а ще й посередньо, ще й з того боку. Просто тим є молочник віддихає. Я дуже хотів би, щоб так, ми не знижали градус нашої дискусії. Будь ласка, Дмитро. Сергей, я небольшое замечание сделал. Вы коммунистам полярную партию назвали национал-социалисты. У нас такой нету, она уже не существует с 1945 года. Она была в Германии. Я хочу... Как вы себя позиционируете? Да, да. Я вам хочу сказать по поводу запрета еще. Я какое-то время проработал в фирме провайдере интернета. То есть я знаю, каким образом еще, для чего вообще эти соцсети делаются. Ну, то есть понятное дело, что не для распространения бесплатного контента. Бесплатно только в мышеловке. Это огромный источник трафика.
из Украины, вернее, ну, запрос на трафик из России в Украину пользователей. То есть вечером многие замечали, что ВКонтакте тяжело там открывать и так далее, потому что действительно, ну, возможности провайдеров были очень, ну, ограничены, хотя и огромный поток этого трафика шел из России сюда. И зарабатывают на этом даже не столько соцсети, сколько операторы связи, которые сюда предоставляют эти услуги. И Украина была, ну, действительно с развитием вот этих соцсетей, с запросами этого, обратите внимание, мы же не картинки в основном качаем, сейчас это уже все перешли на видео, какой-то стриминг, то есть что-то тяжелое. Что-то, что будет подталкивать эту индустрию и развивать ее. И так вышло, что мы огромные деньги, Украина, ну то есть конечный пользователь платит провайдеру, провайдер там еще кому-то, у кого покупает трафик и так далее. И это огромные деньги платились опять же в российский бюджет. Сейчас с введением запрета, вот там грубо говоря 3 дня прошло с момента, когда отключили, вот уже есть некоторые подсчеты, около половины трафика упало в Россию, то есть из России вернее сюда. То есть это уже экономически очень хорошие. Скажите, с чем вы со мной не согласны? Я все это тоже говорил. С чем вы не согласны конкретно? Я конкретизирую, но кому именно наносится... Нет, кому именно наносится экономический... Нет, мне кажется, что позиция Дмитрия куда более ясная, чем позиция Господа, Сергея. Господа, еще раз, политика. Перед этим украинские власти закрыли XUA, FS2, да, пиратский видеоконтент, но куда сейчас бы пошли бы этот молодняк из ВКонтакте спокойно, но украинцы сначала угробили свой контент, а потом закрыли альтернативный российский. Это и гениальное решение. Вы какой, если украинцев вы называете в третьем лице? То есть вы сам не украинец или что? Ну просто интересно. Еще раз, украинская власть сначала угробила альтернативный видеоконтент в борьбе типа с пиратством и обеспечила единственную альтернативу для молодняка, у которого нет денег покупать лицензию, ходить ВКонтакте и смотреть в паршивом качестве там видео. А потом закрыла это. Так зачем вы закрывали XUA FS2, если это была бы классная альтернатива, чтобы ну, молодежь смотрела так? Александр опять сейчас манипулирует. Давайте, так, XUA закрылся ну, сам, а FS2 ну, вот, существует. Ну, да, ну вот мы же видим на самом деле, как работают манипуляторы. Теперь можно представить, как работают манипуляторы в соцсетях. Сергей, пожалуйста. Я просто хочу ответить на реплику, чтобы закончить. Давайте политики не будем говорить, там правые, левые, я имею в виду коммунисты, национал-социалисты. Просто есть, я не говорю о официальных партиях, я говорю о воззрениях людей. Реально есть. Левые силы и есть правые. Они везде противоположны, они полярны. В этом они по философии иногда очень похожи. Единственной борьбы противоположности, мы знаем этот закон. Мы не будем туда залазить, это не нужно. А что касается, я четко хочу прояснить свою ситуацию. Экономические санкции, благодаря закрытию этих интернет-сайтов, есть? Есть. Я подтверждаю, есть. Мощные они? Не мощные. Не мощные. Если мы хотим действительно экономические санкции сделать, то совершенно есть другие пути. Но просто они ударят по не по обычным людям малого и среднего бизнеса, они еще ударят по украинским некоторым предприятиям, контрагентам, которые будут больше возмущаться властью по поводу этих запретов. Полагаю, что вот сейчас Андрей, потом еще один Андрей, и я очень хотел бы, чтобы наконец-то Юрий включился в разговор, да. По поводу бизнеса. Вот, знаете, вот, ну, пусть меня извинят те люди, которые работали ВКонтакте, но этот плач Ярославны, надо было плакать в 2014 году, когда машиностроение, когда у нас сейчас ляжет Зарямаш-проект, если кто об этом не знает, я вам расскажу, что Зарямаш-проект, ему построена в России альтернатива, и турбины нужны только индийцам, и то не очень. Вот это тотальная система обрушения экономики страны. А то, что перестали поделки продавать там какие-то и интернет-магазины продвигать через соцсети. Ну, господи, ну пока есть пользователи, ну, пока человек заходит в интернет, способ через там Google Direct, неважно через что, всегда найдется. Я хотел сказать о другом. Вот мы очень здорово поговорили о том, и очень копья ломаем, как у нас там все там информационная война, не информационная война. Но я хочу зачитать одну такую цитату, которая отвлеченное мнение на тему запрета соцсетей. Есть некий такой Николай Спиридонов, кто его может быть читает в Фейсбуке, он пишет следующее. Очень похоже, что запрет популярных соцсетей это всего лишь комбинация для отвлечения внимания.
Нам подкинули тему, чтобы мы все обсуждали. Тем временем завтра Верховная Рада планирует нанести украинцам тройной удар по рядовым украинцам. Это первое. Принять непопулярные земельные законы, непопулярные пенсионные законы и антицерковные законы. Так вот, я бы, ну, хочу задать вопрос нашим гостям. Как вы считаете, может ли это быть, ну, то есть, с моей точки зрения, это, ну, достаточно, ну, ясно, что такой шум создается неспроста, когда-то у нас был языковой вопрос, ну, то есть, периодически подымался, и под шумок что-то происходило. Как вы считаете, возможно ли сегодня вот такой вот социальный резонанс, который очень легко откатить, отменив указ, для того, чтобы принять ряд непопулярных решений? Спасибо. Я сейчас с удовольствием передам слово и Владимиру Исееву, Андрею Брашко. Ну, сначала Владимиру. Значит, единственное, хочу напомнить, собственно, читатели, зрители наши напоминают, что насчет экономического эффекта. 468 предприятий, вообще-то российских, как бы вот попали в тот самый бан, в котором 8 месяцев сидел Александр Ухмановский. Но, как ни странно, почему-то речь идет только о двух, и тут такие уже дискуссии. Ах, моя жизнь после закрытия контакта не будет такой, как прежде. Ах, меня депортировали из контактов, и это хуже, чем депортация татар из Крыма. Слушайте, ребята, я вообще не знаю, в какой стране мы живем. Я, конечно, понимаю, что неудобства возникли, и с этими неудобствами вполне можно бороться там посредством ВПНов. Но когда у людей смещаются вообще акценты, когда вот я говорю, да, наши парни сидят под градами за то, чтобы я имел право здесь подключаться к ВКонтакте. Мне кажется, что что-то не в порядке с головой у тех, кто подобные вещи обсуждает на таком уровне. Пожалуйста, Владимир Борисович. У меня просто вопрос сразу же вот по ходу выступления коллеги. Сколько за крайние два года южно-турбинный завод «Заря» поставил своих агрегатов на территорию России? Я не готов вам отвечать. Тогда не надо говорить, что Рыбинский завод положит конец южно-турбинному заводу «Заря». Вот. Просто действительно, давайте компетентно. Вы высокоуровневый профессионал, я вас уважаю. Но в данной ситуации давайте не будем вот касаться темы. Завод ляжет из-за того, что там открыли. У этого завода политика абсолютно правильная. Давно они диверсифицировали свои риски с экспортной и импортной политикой. Поэтому то, что завод до сих пор не приватизирован, дает очень серьезные шансы этому заводу быть полноценным участником мирового пространства газовых турбин и редукторов. А российский рынок они потеряли уже давно. И то, что делается сейчас вот с тем заводом, и китайским заводом, это по производству газовых турбин никоим образом на производство южно-турбинного завода не влияет. Поэтому вот наши зрители, потому что многие работают на заводах, сейчас услышали бы вашу уважаемую фразу, и завтра им на заводах будет, что у нас все конец. На самом деле нет. У завода действительно полноценные перспективы. И его экспортная политика сегодня заслуживает полноценного уважения. А на заводе это знают вообще? Конечно. Потому что это часть информационной войны. Совершенно верно. Потому что в Рыбинске открывает завод и рассказывает, что... И большое количество тех специалистов, которые уехали из Николаева туда в Рыбинск, вернулись обратно, потому что на самом-то деле это была пропаганда голая. Понимаете? Но тем не менее она сработала. Но они же вернулись. В том числе и через социальные сети. Андрей Брашко, пожалуйста. Я немножко попытаюсь подняться над ситуацией. Значит, есть такой хороший фильм «Иллюзия обмана». Американские, уже две серии вышли. Так вот, мне кажется, что наши политики занимаются как раз иллюзией обмана. То есть... Черт. Это за нами приехали. Вы не договорите. Не договорите, да. Значит, в принципе, происходит... То что такое? На то у меня. Ну да, это человек, который имеет непосредственное отношение к телекоммуникациям, да. Знает, как тут внести дополнительную интригу. Значит... Что происходит на самом деле? Если подняться над суетой, как говорится, посмотреть, что происходит. На фоне все ухудшающейся жизни, условий жизни, падения благосостояния населения, значит, пытаются все время, каждую неделю, определенный информационный вброс. И это делают совершенно все, во всех странах. И наши не исключение власти. То есть... Вот то, что предыдущий оратор говорил перед этим, то есть готовится явно что-то серьезное. И чтобы его спрятать и скрыть,
подсовывается перед глазами что-то такое явное. О чем все говорят? То, что коснется всех. А то, что втихаря там примут закон, который будет ограничивать все права, может, землю там раздадут сразу, как-то ущемят в правах там религиозных. То есть это уже совершенно нормальное явление. Эти технологи, они совершенно открыто манипулируют. И те, кто знает, что такое манипулятивная технология, они, наверное, ну, все это видят прекрасно. Знаете? То есть то, что сейчас происходит, это отвлечение внимания. В дремучие времена сейчас люди обсуждают неделю. Вот каждую неделю есть повод. Не зря вчера было маски-шоу там. Когда взяли коррупционеров, сегодня их уже отпускают за миллионы, там, когда там миллиарды на голову не налазят, сколько они украли, там Януковича, прокуроры. Знаете, то есть происходит подмена понятий и отвлечение внимания. Все. А то, что мы обсуждаем, это на самом деле, прежде чем что-то запрещать, надо альтернативу какую-то придумать. А второе подумать, возможно это технически реализовать. То есть, если бы это было возможно технически, ну тогда можно это было делать. А поскольку это невозможно технически, поэтому это не будет действовать. Поэтому они совершенно знают, что это чисто информационный повод. Ну, в дремучие советские времена, еще совсем молодой Игорь Губерман писал, у власти в лоне что-то зреет. И зная творчество ее, уже бывалые евреи готовят теплое белье. Дмитрий Канарский, пожалуйста. Тяжело комментировать. Мне кажется, что Андрей только что превзошел Ухмановского. Они же не зря рядом сидят, у них такой специальный фланг манипуляторов. Да, да. Ну, если честно, то есть никаких фактов, ничего, просто вот вы свои предположения повысили градус и нас всех накрутили таким образом. То есть, это, как мне кажется, это демагогия. Все-таки. Когда упоминаются фразы такие, а почему вы без микрофона сейчас. Если, когда говорят о том, что а давайте запретим в таком случае и YouTube, и Facebook, это сильно напоминает риторику Когда говорят, давайте разрешим наркотики. Не-не-не, риторику очень похожую на, когда говорят, что Порошенко, а давайте Порошенко сначала свою фабрику там продаст, а уже потом я там сделаю то-то или то-то. То есть речь идет о том, что государство борется за свою независимость, и оно делает это такими доступными способами, которые оно может сейчас сделать. То есть сейчас мы можем сделать это, мы это сделали. Мы не говорим о том, что мы мгновенно победим в войне, в которую мы влезли, не самостоятельно, нас в эту войну втянули, этот враг наступает по всем фронтам, и при этом у нас еще есть, к сожалению, пятая колонна, которая сидит и нам рассказывает, что почему этого не нужно было делать. Это нужные шаги, они, если вам они не нравятся каким-то образом, вы можете их как-то аргументировать. Потому что вот вы телевидение затронули, я вспомнил 2014 год. Я работал тогда в фирме «Дикий сад», и я пришел тоже к руководству, я тогда задал вопрос. Это было где-то апрель, когда еще не шел, нет, даже, наверное, раньше, чуть-чуть, март, когда не шел разговор на государственном уровне о запрете каналов. Я тогда посчитал, что было бы логично русские каналы уже отключать, вот те, на которых пропаганда шла полным ходом. Мне тогда объяснили, что у нас же есть жители, которые хотели бы смотреть эти каналы, и которые, наверное, тоже платят деньги за это, а они имеют право смотреть. Это было, как вы понимаете, это бизнес. Речь шла о бизнесе. Но в какой-то момент, и гораздо раньше, чем ваша организация, мы поняли, что бизнес для нас не так важен, как национальные интересы. И поэтому вот вы летом где-то отключали, а мы отключили гораздо раньше. И я считаю, что вот эти действия, это одно... Ни в коем случае. Я просто вам пытаюсь описать, объяснить, что есть слова, а есть дела. То есть вы сейчас что-то сказали, ну просто накрутили всех, и где, ну, скажите какие-то факты. Не, но тем не менее, вы отключали кого там, Киселева или еще там, подобное там. Отключали те каналы, которые были в рекомендованном списке. То мы не отключали каналы, мы отключали ресурсы пропагандистские. Нет, я понимаю, вы считаете, что на тот момент, 2014 год, фильм, который показывает, как какая-то там доярка спасает поросенка там или еще кого-то, советский фильм, это, по-вашему, не пропаганда? Это не воздействие на те мозги, которые мечтают о трехрублевой колбасе и мире во всем мире, и иметь
фаллический символ в виде ядерной ракеты, который мы машем повсюду и всех пугаем. Разве не это? У нас сейчас происходит на Донбассе именно из-за этих, не хочу говорить яркие слова, бабушек, которые кричат: верните колбасу, и Путин царь всей земли. Понимаете? Ну а ко мне какие? Вот. Потому что нужно было тогда запрещать. В 14-м году, когда мы резали кабеля некоторым кабельным организациям, типа нормы и так далее. А могли бы глотки резать, либералы. Потому что показывали каналы и отказывались. Понимаете? Господа, понимаете, в чем проблема? Вам не резать. Мы работаем. Я подписчик. Мы работаем очень топорно, понимаете, как в 19 веке. Потому что если бы мы реально хотели бы воевать, значит, государство, то мы бы не отрубили бы российские телеканалы. А мы бы в российские телеканалы встраивали вместо их новостей имитации под их новости наши новости. Хорошо, тогда зачем? Это я вам говорю. Господа, а вот давайте-ка я вам сейчас зачитаю мнение зрителя, или вернее зрительницы Александры Финьковой, которая часто бывает в этой студии. Мне кажется, оно просто вот очень хорошо объясняет многие вещи, где-то, как мне кажется, выводит дискуссию на новый уровень. И так. Пока часть страны живет в воюющей Украине, другая все еще плавает вне политики. Кстати, поразительно было, я приглашал нескольких достаточно ярких общественных деятелей, в том числе и атошников, и говорил: ребята, приходите, поговорим. Они: не-не-не, это политика, мы не будем. Ну, то есть, как бы, так вот, плавает вне политики и глотает все манипуляции про один народ. Общее информационное поле поддерживало иллюзию, что границы нет, разницы нет. Общие праздники, тусовка в Рунете, наши о фильмах и музыке из России, это бетонирование вот этого один народ сознаний молодого поколения. Это поколение вообще-то служит в воюющих армиях, например. Информационно наше государство нужно объединять с Европой, теми же праздниками, сетями, контентом телевидения и радио и так далее. Безапелляционно рвать и ломать это поле с Россией. Вот мне кажется, что на всем уровне, так сказать, различных манипуляций, если воспринимать это действие не как некое, имеющее вот, осязаемый, да, результат в виде там, рублей или там, резко упавшего трафика, а как некий показатель того, что действительно как бы, вот, уже мы не одно поле, то, наверное, как бы стоит все-таки прислушаться к этой точке зрения. И кажется мне, что она все-таки имеет очень сильное право на существование. Пожалуйста, Андрей Острев. Мы опять очень здорово заговорили историю на тему того, и перешли все-таки, хорошо ВК или плохо, воюют с нами или не воюют. Я еще раз хочу вернуть нашу дискуссию. Все уже обсудили, все уже высказались. И так далее. Давайте все-таки вернем, не глобальная ли это манипуляция 25 миллионами пользователей? Не глобальная ли это манипуляция? Потому что это уже проходили мы. И я напомню, у нас был языковой вопрос, когда Янукович там пытался разделить страну, разделяя и властвуй. Не опять ли это же те же грабли? И в этой бурной дискуссии, кто когда что отрезал, и у кого отрезал, ну тут по-разному, ну, разделились мнения, да? Не происходит ли что-то другое? Две пленарных недели. Две пленарных недели у Верховной Рады подряд. Никого это не напрягает, никоим образом? Или мы все-таки будем опять мериться, у кого что отрезали? Спасибо. Спасибо. Итак, давайте все-таки поговорим о том, что ну вот, мы уже как бы вынесли за скобки, что 468 российских компаний, ну как бы вот, не будут себя спокойно чувствовать в Украине. Мы по-прежнему продолжаем топтаться по наступлению на наши демократические права. И, господа, мы как давайте по очереди будем говорить. И ссылаемся на то, что ну в какой же стране это есть, хотя в той же самой любимой России, любимой вот этими самыми вот пострадавшими, вот, потерявшими свое второе цифровое «я», единонародовцами, да, там очень многие вещи запрещаются безо всяких колебаний, без страданий, российские ресурсы запрещаются, все нормально. И недавно была хорошая такая, ну, тоже доведенная до абсурда, как бы, позиция о том, что, ну, вот, да, так, представьте себе, 42-й год, подходит бабулька где-нибудь в Подмосковье и говорит: доченька, этой самой, в газетном киоске, а дай-ка мне последний номер Фюрки Шебиабахтер.
Очень интересно посмотреть, что там у них, подискутируем. Сейчас мы с бабоньками соберемся, подискутируем, как они нам тут врут. Ну, как-то вот странно представить себе такую ситуацию. Здесь нормально. Так вот, я хочу сказать, что на самом-то деле, и вы все об этом прекрасно знаете, что, скажем, георгиевская ленточка на законодательном уровне запрещена в Финляндии. Есть еще масса разных всяких запретов. Ну, впрочем, чем меня слушают, давайте лучше посмотрим сюжет. Україна далеко не перша держава, якою торкнулись блокування соціальних мереж та ресурсів в інтернеті. В деяких державах це часткові та навіть абсурдні заборони. Так, наприклад, у Канаді заборонено вказувати свій сімейний стан. У Ірландії акаунт блокується автоматично, якщо його власник допускає більше 3 граматичних помилок на тиждень. Проте існують і більш радикальні та гучні заборони. Свобода слова – це концепція природного права людини на публічне висловлення своєї думки без протиправного обмеження цензурою чи можливістю відповідальності. Право закріплене у загальній декларації Організації Об'єднаних Націй з прав людини та офіційно визнане законодавством більшості країн. Проте ступінь фактичної реалізації права на практиці значно варіюється в різних державах. По сути своей, в общем-то, интернет слабо подвержен административному влиянию, влиянию государства, хотя, безусловно, многие государства из разных побуждений пытаются регулировать, пытаются устроить стоп-краны какие-нибудь, какие-то регуляторы, с разным успехом. У багатьох країнах, особливо в країнах з відносно авторитарними формами правління, існує відкрита урядова цензура. У Китаї, наприклад, блокують не лише YouTube, Facebook і Twitter, але й всі сервіси Google. Результати запитів місцевих користувачів до іноземних пошуковиків тут фільтруються за списком слів, пов'язаних із держбезпекою і чорним списком адрес. Найбільшого успіху досягли в Китаї, де построили так називаємо великий китайський фаєрвол. То есть полный контроль всего, что приходит и заходит на территорию Китая. Безусловно, в этом фаерволе, в этом занавесе железном есть дырки. Но приводит это к тому, что китайский сегмент интернета, он несколько обособленный. В Ірані заборонені будь-які ресурси, що містять інформацію на теми сексу або політики. У 2009 році через масові протести влада заборонила найпопулярніші соцмережі, в яких координувалось проведення акцій – Facebook і Twitter, а також YouTube, де користувачі публікували відеозаписи протестів. На цих же підставах блокували популярні соцмережі в Єгипті, Туреччині та Венесуелі. У більшості населення Північної Кореї просто немає комп'ютерів. Але керівництво країни заборонило Facebook, Twitter і YouTube навіть тут. Росією була заблокована соцмережа для ділових контактів LinkedIn через те, що у компанії відмовилась переносити сервери до Російської Федерації. Тож відразу отримали звинувачення у збиранні персональних даних користувачів від Роскомнагляду. Інтернет – відкрита, багатопланова та складна система. Тож деякі держави, незалежно від рівня демократичності, намагаються ускладнити процес доступу до небажаного контенту. Отже, панове, я думаю, що це ще одна нагода поговорити і про те, що у нас насправді відбувається по часті заборон, чи ми є такою вже просто таким зразком боротьби із демократією, обмеження наших невід'ємних прав, або все ж таки те, що відбувається, воно може називатися якимись іншими термінами. Ну, Андрій хотів так, а потім Сергій, будь ласка. Собственно, я, если вы помните, в начале программы сказал, что у нас как бы есть три аспекта, да, вот один из этих аспектов все-таки это демократия, это или все-таки это либеральное направление, да, либеральное это свобода, все дозволено и так далее, и тому подобное, и мне очень тогда зашла, собственно говоря, выражение Ярослава, давайте наркотики разрешим, ну, чего уж тут греха таить, свобода так свобода, да, и, соответственно, свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, и так далее, да? Так вот, у меня вопрос, кто вот считает, что это вот ущемили демократию? Кому сейчас заклеили рот и не дает высказаться? Вот, ну, для меня демократия – это свобода выражения своих мыслей, своих политических взглядов и так далее. То есть, ну, как бы основа демократии, да, которая не подрывает государственные устои. Вот в момент вот этот государственный устой, вот это очень тонкий момент, действительно, в США, в том же, как оплот демократии, или как они там себя там любят считать, там, родина или мать демократии, да, у них АНБ очень жестко отслеживает проявления, но у них есть зато там, ну, очень серьезный законодательный, не то что законодательный, а способ контролировать это через
судовую и правоохранительную систему. Да? То есть вот такой момент. Так вот, давайте вопрос. Мы демократию строим или все-таки мы в либералы идем? Спасибо. Еще Сергей Стужук тогда выскажется и передадим слово гостям. Пожалуйста. Дорогие друзья, нам показали, что это не только у нас, так делается и в других странах. И показали нам Иран, Северная Корея и другие недемократические страны, на которые мы ни в коем случае равняться не должны. Не хотим. И не хотим, и говорим нет. Европейская ни одной страны не было показано. Я хочу о другом сказать. Запрет прошел, прошел. Это устоявшийся факт. Мы его не изменим. Я хочу сказать о другом. И самое главное, через полгода уже, я сказал срок, полгода забудут уже. И все, кто вопят, они все будут нормально работать в Фейсбуке или в других социальных сетях. Это не проблема. Я хочу сказать о другом. Всегда нужно смотреть причинно-следственную связь. Действительно ли эти принятия решения от такого указа о запрете, действительно ли приводит к тому кому результату, который в нем указан? На мой взгляд, нет. Действительно ли мы стали гораздо уже безопаснее? Мне кажется, нет. Действительно ли мы наступили на горло многим этим вот финансовым потоком прямо туда? Нет. Я хочу сказать еще и о другом. Нам часто говорили АНБ, аналитические моменты, сбор информации и так далее и тому подобное. Друзья, я 7 лет возглавлял аналитический отдел Государственной службы по борьбе с экономической преступностью. Мне надо было информацию собирать. Понадобилось мне хотя бы раз какой-то внутренняя информация из социальных сетей. Да никогда не надо мне это было. Все лежит на поверхности, в любых социальных сетях. Люди себе рассказывают гораздо больше, чем нам это надо. И если мы запретили другие, есть Facebook. В Фейсбуке уже говорилось, все то же самое, что есть, есть и в Фейсбуке, и в других социальных сетях. Я хочу еще сказать, отметить другое. Важнее всего все-таки бывают девизы. Хочешь что-то сделать плохое? Сделай плохое, но скажи, что делаешь для очень хорошего. Яркий пример, речь из КВН. Когда одна девочка в пионерском галстуке хотела сказать, как бы хотелось бы, чтобы в одном месте, возле пионерского костра, собрались все самые хорошие люди и поубивали всех плохих. Вот и все. Сдайте девиз, это ради безопасности, ради этого, и делайте все, что угодно. Свобода слова. Да мне хочется, чтобы было именно так. Ну, чуть-чуть не так все-таки. У нас в любой момент, если вдруг ты становишься оппонентом экономическим, моральным, любым другим, тебе привязывают сейчас ярлык какой-нибудь политический и говорят, вы что, в ваших словах чувствуется риторика Кремля. А вы повторяете тоже, вы отмечаете такие же праздники, как агрессор. Вы делаете все то же самое. Все-таки нас все-таки надо добиваться того, чтобы у нас все-таки свободе у нас было. Ну тут вот спрашивают, кстати, зрители, а что ж тогда Дуров-то из страны уехал? То есть, ну если все так нормально, да, и если не надо, не надо было никакие базы лезть, а можно было зайти и просто так посмотреть. Чтобы Дуров, дурак, зарегистрировал бизнес в России, а если бы он, как наши украинские компании, регистрировал бы бизнес там, на Западе, то у него никто ничего не отобрал. Хорошо, тогда Александр подает мне мячик для того, чтобы наконец-то мы посмотрели сюжет, и как по, это, как по мостику, чтобы в эту игру, в нашу дискуссию, наконец-то включился Юрий Решетник, который, как я понимаю, в общем-то, политику особенно касаться не хочет, но зато может прекрасно поговорить об всевозможных IT-технологиях. Итак, давайте посмотрим сюжет о том, а почему же вообще вот... Когда встает вдруг дилемма, да, ну хорошо, откажемся от российского и что будем делать, не, автоматически не приходит как бы ответ. Ну так что, у нас же украинского своего хватает. Вот давайте посмотрим. Ми часто з гордістю чуємо або розповідаємо про наших земляків, які успішно співпрацюють з компаніями світового рівня, живучи в Україні або створили унікальні структури і продукти, емігрувавши. В офісах українських IT-компаній дуже складно побачити людину середнього, тим більше старшого віку. Щороку від 2 до 5 тисяч фахівців галузі виїздять. Найчастіше їх кличуть до Польщі, Німеччини, Ізраїля, Великої Британії та скандинавських країн. За різними рейтингами, вітчизняні програмісти і взагалі фахівці у сфері IT в десятці або навіть у двійці найкращих у світі. Велику кількість таких спеціалістів пояснюють традиційно високим рівнем інженерної та математичної освіти в Україні. IT-ринок України – це порядка 100 тисяч людей, які зайняті в цьому ринку, около 1,5 мільярда доларів експортної виручки. Но, к большому сожалению, это все в основном работа на заказ, так называемая работа на дядю. Очень мало в Украине продуктовых компаний, которые, собственно говоря, сами производят продукт и его реализовывают.
реализуют прямо в Украине. Связано это, конечно, с многими факторами. Во-первых, сам по себе рынок у нас не очень зрелый. Зарубежные рынки, как правило, люди, там, заказчики понимают, чего они хотят, какие технологии они хотят использовать там, и так далее. Во-вторых, он, конечно, значительно менее платежеспособный. А зареєстровані ці компанії здебільшого не в Україні, тому що ринок інтелектуальної власності в нашій державі надто далекий від принципів цивілізованого світу. Та й, зрештою, ми поки що недалеко втекли від Росії, де прибутковий бізнес можуть будь-якої миті віджати у автора і власника. Яскравий приклад – засновник соціальної мережі ВКонтакті Павло Дуров, у якого просто відібрали цей ресурс після його відмови російським спецслужбам у наданні доступу до даних користувачів. Тепер, напевно, такий доступ ФСБ має. Але повернемося до наших комп'ютерних геніїв. Миколаїв у переліку українських центрів IT-технологій задніх не пасе. За це природньо особлива подяка суднобудівній галузі, завдяки якій місто корабелів завжди мало потужний науковий потенціал. Наші інженери-проєктанти і сьогодні допомагають створювати найскладніші судна у світі. Будуються вони, щоправда, далеко від миколаївських верфей. Додатковим свідченням потужного потенціалу IT-сфери Миколаєва стало обрання на посаду міського голови керівника компанії, що спеціалізується на програмуванні. Перед виборами Олександр Сінкевич називав декого з клієнтів своєї фірми. Зараз ми працюємо з такими компаніями, як General Electric, Pfizer. Ну, вам мало, мабуть, що це говорить, але це насправді дуже круті компанії. Так, да, Warner Brothers, це да, ми зробили сайт Джастіну Біберу. Є чорна страниця нашої історії. Доволі цікавим є і пояснення того, чому компанія вирішила працювати лише з клієнтами із дальнього зарубіжжя. Є компанія «Нова лінія», яка продає стройматеріали. Так от ми їм повністю перенесли бізнес-процеси в інтернет, моя компанія. Це був останній російськомовний наш проєкт. После него мы отказались работать с сотрудниками. Они нам не доплатили, ну, я имею в виду, с русскоязычными, со славянами. Теперь мы работаем только с заграничными клиентами. Они нам не заплатили 40 тысяч, тогда это было 8 тысяч долларов. Зажали. Додайте сюди майже абсолютну відсутність інтересу держави до розвитку прикладної науки і принципову, з багатьох причин, неготовність наших співгромадян відмовитись від піратського контенту і почати платити за продукти інтелектуальної власності. А так хочеться помріяти, якби наша суспільна і особиста матеріальна база та рівень правової культури створили відповідний попит, з'явилися б, імовірно, і антивірусні програми, окрім не надто популярної «Зілля», і глобальна вітчизняна соцмережа, який-небудь гурт UA, в якій українці могли б продавати українцям, а також іноземцям, те, що вони досі продавали через ВКонтакті та Однокласники, і просто спілкуватися. Поэтому работаем над повышением экономического состояния, благосостояния страны, индивидуальных хозяйств. И после этого, я думаю, через 5-7 лет этот рынок мы будем с усмешкой вспоминать о том, что у нас вообще была проблема, связанная с тем, что мы заблокировали социальные сети країни-агресора. Якби ще створити попит на судна і кораблі вітчизняного виробництва, але це я вже, мабуть, замріявся. Одна из зрительниц передала мнение своей уже очень пожилой мамы. Говорит, она не пользователь интернета, вообще не очень понимает, о чем идет речь, но зато говорит, боже, как много умных людей в одном месте. Так что, как видите, нас смотрят представители самых разных возрастов. Да. А я теперь хотел бы, чтобы наконец-то Юрий Решетник подключился к той теме, которую он, в общем, понимает лучше многих. Почему? На самом деле, вот при всех потенциальных, фантастических возможностях наших программистов, у нас кроме, ну, действительно, сайта Зилля, который можно просто в качестве образца того, как не надо делать, не сайта, а антивируса Зилля или там подобных вещей, у нас-то, в общем, ничего так и до сих пор и не появилось. А руками наших программистов, тот же самый Сергей Брин, он, по-моему, из Киева, да, если не ошибаюсь, вот, возникают просто мегапроекты. Да, спасибо за слово. Ну, прежде всего, когда новость это услышал, как бы, ну, легкая ирония была, но тем не менее Гарант издал указ, его надо исполнять. Мы строим свою страну, как бы, поэтому его надо исполнять. Как это было сделано, немножко
топорно, как бы, ну, это уже мое личное мнение, можно было более в щадящем режиме издать, то есть сделать какие-то сроки, чтобы люди успели забрать свои фотографии, какие-то студенты там курсовые забрать, я знаю, что они ВКонтакте меняются там в группах перед экзаменами, то есть это можно было сделать щадяще. Но вторая мысль, которая пришла, когда я узнал об этой новости, что бедные наши люди, им обратно какой-то стресс сделан, вот, и как бы вот политтехнологи, которые меня окружают сегодня и кричат все время, меня, наверное, специально посадили между ними, сотрудники спецслужб там, да, Сергей, они же не бывают бывшие, вот, да, вот, они, допустим, так себя вольготно и уверенно чувствуют, и люди говорят, что они очень умные, они так и есть, потому что, ну, люди допускают, потому что мне кажется, что человек, если он разбирается в геополитике, просто в политике, там, в экономике, хотя бы основу, половина новостей, которые льются из телевизора, из интернета, фильтрует спокойно и не придает значения. Вот. И хотелось бы, как бы, ну, чтобы пожелать, что ли, я знаю, что у вас хорошая аудитория. Вот, допустим, коллега из Академии Шишак, они делают колоссальную работу, они занимаются с людьми и, ну, среднего возраста, и с детьми, я знаю, у вас шикарные программы, летние кемпы, как бы, для айтишников будущих. То есть они развивают молодежь, развивают людей, человек, если он развитый и умный, как бы разбирается в каких-то технологиях, как бы, то его не обдурить и не обманипулировать вот, специалистами по манипуляциям, обманом, да. Вот, а последняя теза, что хотел сказать, как бы, я, ну, свою профессиональную жизнь связал с банкингом. Если помните, лет там 10 назад, наверное, часто были в новостях, что заходят люди определенной там национальности в отделение банка, гипнотизируют кассиров и забирают кэш оттуда деньги, а потом это прекратилось. Что сделал бизнес? И государство, в принципе, могло поучиться. Не надо ничего придумать нового, как Трамп сказал. Берите и копируйте успешные практики. Что банкинг стал делать? Он стал обучать сотрудников, как необходимо себя вести при там, заходе там, людей какой-то национальности, а не пуская их в отделение банков, там, ромской национальности, еще каких-то людей. Их пускают, их обслуживают, среди них есть нормальные люди. В большинстве, но сотрудников обучают, как необходимо противостоять какому-то, ну, гипнозу, NLP, кто как называет. И все, то есть сотрудников, кассиров обучили этим технологиям, и спокойно банкинг существует. Ну, естественно, технически защитились, как бы там есть проводки и все остальное, схемные организации, ну, переброса денег. Все, то есть не надо изобретать велосипед. Как мне кажется, это не патетика, вот, что прикладывать максимальные усилия по обучению, как бы, молодежи, накачиванию их знаний, ну, в рамках, как бы, геополитики и расширения, как бы, нашего мира. И все, в принципе. Спасибо. Алексей, скажите, сейчас я всех вижу, вот вы с Юрием, как бы, ну, на двух разных уровнях, но тем не менее, вот активно пытались внедрить при мэре айтишники, которые General Electric, с Pfizer работают, да, и так далее. Напомню тем, кто не знает, Pfizer – это фирма фармацевтическая, которая выпускает Viagra. То есть, ну, чтобы вы понимали обороты, да. Вот при мэре айтишники вы пытались сделать Николаев цифровым городом, и у вас это не получилось. А при мэре, если не ошибаюсь, филологи Лукове, как бы с Вознесенском, все получилось. Вот. Я хочу сказать, что я недавно отправил запрос в городской совет по поводу того, когда же будет внедрен электронный документооборот, и, как я понял, что очень скоро. Это длится уже долго, но вот они уже вот-вот, буквально в июне, как мне ответили, будет готово условие для написания технического задания. Потом буквально быстренько освоят бюджетные средства и сразу все внедрят. Достроен достаточно оптимистично. Спасибо. Я на самом деле говорю, я понимаю, что Андрея, его специальная любительная железа не дает ему покоя. Мэролюбивая железа. Вот. Однако я должен сказать, что я упомянул сейчас ситуацию вот с мэром и с ситуацией с Айгов. Ну, с Айгов, с электронным документооборотом, только для того, чтобы, так сказать, на таком микропримере, знаете, как капли воды, показать, почему в Украине не получается. Потому что, ну, уж казалось-то, здесь-то все просто, да, вот все друг друга знают. Что-то как-то не выходит. А Украина там большая, там еще дольше документы принимаются. Пожалуйста. Да, но если по Айгову говорить, то как бы все прозрачно. У нас организация общественная, которая написала Айгов, называется «Технология против коррупции». Как бы в самом названии зашили, это для чего это делается.
Ну вот так вы и спалились сразу. Теперь всем объяснили, зачем, и теперь кто же это примет такое? И чиновники, да, за два года, что мы занимаемся всеми фибрами, руками, ногами, отбиваются под разными предлогами. То нет лицензии ДСТЗИ, то нет там компьютера, у них какие-то бредовые вещи, они не хотят внедрять электронные сервисы. И людей используют как курьеров. Леша, допустим, написал, что жители Кульбакина обслуживаются в ЖЭКе в Корабельном районе. Они как курьеры вынуждены ездить за этими желтыми листиками. Технически это сделать, подписать электронную свою подпись, которая валидна и современна, это очень элементарно. Но тем не менее, чиновники не хотят, они хотят создавать видимость работы и гоняют людей из района в район, используя как курьеры. Почему это делается? Ну, по-моему, ответ очевиден, наших людей держат за стадо какое-то. Ну, извините за эмоциональность, скажем. Да нет, ну чего ж там. Для того и собираемся, чтобы поговорить о том, как оно все есть. Сергей Дебро, пожалуйста, потом Андрей. Большое спасибо, во-первых, за теплые слова в адрес нашей академии. Раз уж мы тут собрались, раз мне предоставлено слово, давайте потратим несколько минут на просветительские какие-то моменты, тем более есть вопросы, о которых нет ответов. Начнем с юридических вопросов. Можно ли пользоваться ППН? Указ президента в санкциях адресован интернет-провайдер. Это субъекты предпринимательства, которые работают по лицензии, которые обязаны выполнять лицензионные условия, которые обязаны его исполнять. Все остальные его исполнять не обязаны, потому что они не являются субъектами, перечисленными в этом указе, и без закона Украины невозможно принудить гражданина делать что бы то ни было. Поэтому пользование VPN, у нас только одна статья, незаконное вмешательство в работу вычислительных систем. Пользование VPN это законное согласие владельца, и никаких санкций без закона отдельного, кодекса административного, может быть, уголовного, не может быть. Поэтому VPN законен, пользуйтесь, ходите, користуйтесь, как то кажут. Второй вопрос, касающийся экономической стороны. Наиболее пострадавшие в этой ситуации – это мелкие и средние предприятия, которые много лет строили свои бизнесы на площадке, находящейся в России. Были сигналы, много лет, сигналы, например, запрет для государственных органов пользоваться российскими программными продуктами, ресурсами и так далее. Были сигналы. И наиболее сообразительные сделали себе запасные площадки, сделали себе там, куда уйти. И сейчас очень серьезный момент, потому что пошел сигнал очень жесткий. Может быть выключено в любой момент. И даже если завтра разрешат ВКонтакт, разрешат Одноклассники, это будет гораздо менее привлекательно, потому что она себя дискредитировала как площадка для украинского бизнеса. И такой запрет может быть и дальше. Следующий момент, который меня как публициста, как журналиста беспокоит, он немножко другой. Где грань вмешательства государства? Когда государство борется с детской порнографией, я не знаю ни одного нормального человека, который против этого. Сейчас государство борется с тем, что считает сепаратизмом, какими-то неправильными проявлениями, и создает инструменты, позволяющие блокировать любой ресурс, любую минуту. Как будет использовать государство дальше это? Не захочет ли он блокировать оппозицию, уличную оппозицию, политическую оппозицию, не просто неудобные ресурсы, коммерческих конкурентов? Вот тут грань, за которую нужно установить, обозначить и за которую не уходить. И последний вопрос, мне еще есть о чем говорить, но последний вопрос. Почему украинские программисты гениальны? Почему в Украине не создают, а за границей работают? Мой ответ очень простой. Потому что мы живем в феодальном государстве. Для того, чтобы что-то собрать, помимо рук и головы, нужно иметь еще правильные методы организации работы и совместной деятельности. Мы находимся, мне кажется, последние десятилетия в режиме перманентной национально-освободительной буржуазной революции. Поэтому эти люди, уезжающие в буржуазную страну, делают, ну, условно говоря, там, космические ракеты, условно говоря, делают проекты, которые требуют действительно координированной работы огромного количества людей. Проекты наподобие Facebook или Microsoft или Windows. В Украине, где нету и традиций, и возможностей, и политических, и экономических такого объединения, получаются только штучные, разовые, великолепные, но не имеющие огромного массы и масштаба проекта. Вот и все. Вот и все. Вот и весь секрет, и вся тайна. Спасибо. Андрей, жги. Ой, я сейчас отожгу, да. Мы начинали с того, что соцсети – это информационное оружие. Ярослав, спасибо тебе огромное. Ты сейчас наглядный пример для всех показал. Когда ведущий одного из лучших ток-шоу области на основании... Ты меня оскорбил, лучшего ток-шоу. На основании... Я был лучше. На основании Фейсбука делает выводы о том, что электронный документный оборот в горсовете не внедряется и выносит это в массы, вот это называется, вот это как раз и называется пропаганда, через соцсети. Если бы этот уважаемый ведущий посмотрел бы вчера программу, то он бы сказал о том, что электронный документооборот в ЦНАП сейчас тестируется и обучают персонал для того, чтобы на него перейти.
Ну зачем это знать? Если можно почитать пост Деренюги, например, или Ухмановского и сделать вид, что ну, мы теперь все знаем. Вот это вред соцсетей. Потому что ну, для того, чтобы ну, черпать источники, ее нужно черпать как минимум из нескольких вариантов. Можно из Острева, можно и без Острева, можно из Ухмановского, можно и без Ухмановского. Так вот, вопрос о том, что вчера этот вопрос как раз подымался по поводу электронного документа оборота. И на этот вопрос был получен вполне конкретный ответ, что тесты идут, и через два месяца все управления должны подключиться к этой единой системе документа оборота. Они взяли за основу, по-моему, Ивано-Франковский опыт, если мне память не изменяет. Ну, просто там о четырех городах говорили, которые перешли на эту систему, больших. И вот они взяли, по-моему, Ивано-Франковский опыт. Вот такая вот дилемма. Ну, во-первых, я должен сказать, что здесь присутствовало как раз три источника. Ярослав Индиков, Алексей Парадисвит, Юрий Решетник. Поэтому, как бы, пожалуйста, сверяйтесь с любым из них. И если Андрей предлагает вместо этих трех источников пользоваться одним исключительно незамутненным под названием Андрей Острев, то я думаю, что он тоже занимается манипуляциями. Да. Ну, почему свою пользу? У него есть пользу, кого манипулировать. С другой стороны, я на протяжении последних двух лет слышал регулярные разговоры здесь о том, что вот-вот-вот уже начнется. Люди, которые непосредственно этим занимались, не опровергли моего мнения относительно того, что что-то у нас с этим не в порядке. И должен сказать, что, например, рассказы о том, что Николаев вот уже буквально вчера станет крупнейшим, например, транспортным хабом. И вот мы только сейчас еще свозим сюда вот еще пару делегаций поучиться. И потом приедем и сразу все сделаем. Я слышал со времен Бердникова. Ну что-то не случилось, да. Подобных историй я слышал очень много. Поэтому о том, что вот-вот-вот завтра будет, по делам их узнаете их. Пока что мы судим по намерениям. Пожалуйста, Юрий Решетник. Если можно, ремарку по системе документа оборота, она немножко как бы уходит в сторону. Но в 2015 году, когда Александр Федорович стал мэром, это было большое совещание, где это показывали систему документооборота, которую купили за деньги Николаевской громады. 15-й год, конец года. Вот, и уже 17-й, они еще два месяца будут внедрять. Это, мне кажется, немножко не так. Два месяца будут писать тех заданий, да. А тем не менее, портал, допустим, админуслуг, который мы предлагаем, в котором есть элементы документооборота, он разворачивается на каком-то городе или области уже не 2-3 дня, как мы писали год назад, а несколько часов. Технологии уже настолько ушли вперед, что достаточно администратора, чиновника, ну, администратора ЦНАПа имеется в виду, чиновника мэрии обучить один раз цепочки предоставления админуслуги. Вот, и услуга запускается в течение 1-2 часов. Вот эти рассказы, что с 15 года вот-вот мы сейчас вот запустим через 2 месяца или напишем требования, ну это как, не обман, а как, это издевательство уже. Мы договорились о том, что будет, что через 2 месяца к нам придет опять Инна Мурковская, и что? Она читается о том, что... Ответственность какая? Она сказала 2 месяца, в следующие 2 месяца скажет, не было компьютера, а потом не было интернета, а потом еще что-то, и что? Андрей, ну бойся своих желаний, они могут исполниться. Я думаю, что я буквально завтра займусь тем, что я соберу все обещания, которые звучали в этой студии от чиновников за последние 2 года, и так и сделаю по этому поводу специальную передачу. Мне будет очень интересно послушать, как ты будешь объяснять, что вот извините, не получилось. Алексей, продюсер, пожалуйста, потом Сергей. Ну ты же сейчас это делаешь. Пожалуйста, Алексей. Я хочу сказать о том, что действительно есть какие-то процессы, но, к сожалению, абсолютно нет никаких толком результатов. У нас электронный документооборот, вот действительно правильно говорю, Юрий, пытались внедрить в 2015 году, он был закуплен. В 2016 году его нет, мы живем в 2017 году. Я отправил запрос, я перед этим говорил, но я не договорил. Отправил запрос о том, когда же он будет внедрен, и мне сказали, что в июне будет только техническое задание. То есть они только придумают, как его нужно разрабатывать. А куда делись деньги за предыдущие, неизвестно. Но могу сказать по факту, что в городском совете его нет. С электронными какими-то сервисами тоже какая-то серьезная проблема, потому что, по большому счету, за 1,5 года единственное, что я заметил интересного из айтишного, что сделал наш городской голова, это сайт с результатами голосований депутатского корпуса. Ну, там это сделано, выполнено достаточно качественно, интересно, приятно смотреть на эти вещи. Но это за 1,5 года.
По-моему, это не показатель. Спасибо. Наши зрители пишут, что мы явно ушли от темы, и я хочу сказать только, что в принципе мы этой темы коснулись только для того, чтобы на примере, в общем-то, ну, достаточно маленького такого социума показать, почему не происходит ничего в IT-сфере Украины, в которой на самом деле, если верить автору сюжета, который мы посмотрели, находится ну, на втором месте, занимающее второе место во всем мире по интеллектуальному потенциалу профессионалы. Ну вот если здесь так, то думаю, вполне это можно экстраполировать на всю Украину. Дмитрий, пожалуйста. Я маленькая реплика. Вот Алексею там еще недавно запустили реестр коммунальной собственности, то, что я слышал. Поэтому там... Ну, мне напомнить, потому что да, ну, информация как-то... Ну, там частично, но тем не менее, что-то еще делается, не так все печально. Я в тему передачи все-таки напомню еще, что кроме соцсетей, которые нас просто всех зацепила эта тема, еще и под запрет попал такой гигант индустрии, как лаборатория Касперского. То есть это антивирусники, никто лучше, чем производитель антивирусника, не знает, как работают вирусы. И, соответственно, будучи в руках у спецслужб государства-агрессора, может эти вирусы каким-то образом распространять. То есть это не говорит о том, что это действительно происходит, но есть потенциальный... Ну, сам Евгений Касперский, действующий офицер ФСБ. На минуточку. Тем более. То есть, в таком случае Ухмановский у нас действующий офицер СБУ. Я просто хочу сказать, что вот запрет такого инструмента, он просто необходим, потому что если у нас, представьте себе на секундочку, вот ситуация гипотетическая, наступает какой-то вот там переломный момент, когда государство-агрессор решает уже там перейти границу и начать вести боевые действия со всех сторон. И в информационном это уже будет действительно война. Что они сделают? Этой программе достаточно закачать обновление какое-то, и это обновление может элементарно застопорить работу там, какой-то целой серии предприятий, которые доверили свои, ну, свои данные, защиту своих данных, вот эта организация. А она достаточно популярна. То есть, что это абсолютно нормальная ситуация, когда... фирма, которая подконтрольна ФСБ, попадает в такой список, что нельзя ей вести деятельность и нельзя ей обновлять свои продукты на территории Украины. Это нормально. Спасибо. Я еще не откажу себе в удовольствии. Сергей, сейчас я вам дам слово, а потом опять нашим гостям. Не откажу себе в удовольствии прочитать еще один комментарий, по-моему, очень четко характеризующий, что у нас здесь происходит. Сама по себе передача – замечательная иллюстрация того, как можно манипулировать сознанием. Каждый говорит вроде бы правду, остается только выбрать, чья правда тебе больше нравится. Сергей, пожалуйста. Я хотел с другого начать, но раз уж мы интерактивно, мы в прямом эфире, почему бы не пообщаться со зрителями? Поэтому я хочу сказать зрителям, что это правда, действительно, процесс. Я хочу сказать, что, вы послушайте, это правда в чем? Дело в том, что процесс принятия решения, это уникальный момент, никто не знает, почему люди принимают. Зачастую люди принимают решение от того, что им что-то нравится, а потом подбирают под это уже свои аргументы. Поэтому зритель... Все правильно. Вы грамотный человек. А все, кто смотрит эту передачу, грамотные люди. Видите, какая Скажи реклама? Так, Сергей, все, кто слушает меня, они уже практически чемпионы. Я не сказал того, что я хотел сказать. Дело в том, что очень часто как раз я хотел сказать о манипуляции. И начну с маленького анекдота. Анекдоту 300 лет. Мужик поехал с товаром на ярмарку, продал, и надо было что-то купить в семью и в хозяйство. Он купил всем, жене не успел, выпил, напился и пропил все деньги. Он приходит пешком, без лошади домой, раздал детям подарки, и жена спрашивает, ну что? Ну, там купил, то продал, всем покупил, и тебе платок хотел купить. Это к тому, что было сказано в критике по поводу электронного документа оборота. Когда сказали, Ярослав Индиков, вы врете. Как это так? Вы говорите, что нету, а вот вчера, вот перед передачей, уже запущено тестирование этих моментов. Ну, мы же понимаем, что значит работа и что такое тестирование. Это два разных вещи. И все-таки, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего эфира, я хотел бы сказать. Да не против, давайте запретим. Касперский, да полная ерунда. Все вы правильно говорите, вы замечательный специалист. Если бы запретили бы Касперский, слово бы никто не сказал бы толком. Многие люди бы и не знали, что его запретили бы.
А контакты и одноклассники, вот две вещи, даже больше ВКонтакте. Одноклассники запретили бы, бедные бабушки, конечно, да. Вопрос в чем? Это просто популярное решение, и это было поставлено. Реально опасности в нем очень и очень именно ВКонтакте и в Одноклассниках, очень мало. Почему? Очень просто. Если бы это было бы так опасно, то не сказали бы, ну хотите пользоваться, так зайдите, у нас тоже до сколько звучало вопросов, зайдите другим способом и смотрите себе в Одноклассниках. Я все-таки вот возвращаю вас к комментарию Александры Финьковой, которая, по-моему, очень четко вот объяснила, зачем это сделано. То есть мне кажется, что здесь на самом деле речь идет не о некоем категорическом отрезании, там, да, которое вот, просто вот никому никак не позволит. Мне кажется, что это сигнал. Мне кажется, что очень симптоматично, что сразу же вслед за этим решением пошли разговоры о запрете московского патриархата. Дорогие друзья, кто-то назвал это непопулярным решением, но судя по реакции, кстати, наших зрителей, некоторых, я думаю, что далеко не все согласны с тем, что оно столь непопулярно. Это Совет Безопасности принял решение. Самый орган, который принимает, это не полиция, это не СБУ, это самый главный орган, который смотрит самую большую опасность. И вы посмотрите, представьте себе, если бы было бы обычное преступление. Наркотики торговать нельзя, оружием торговать нельзя. Но если сильно хочешь, зайди так, возьми себе пару гранат, там, автомат, и все нормально. Вот была бы тогда опасность. У нас так и есть. Вот, пожалуйста. Поэтому все-таки это преувеличение, это манипуляция. Спасибо. Ну, как сказали, все мы манипулируем, собрались умные люди, всем показывают, какие они умные. Непонятно, о чем говорят, но тем не менее слушать приятно. Александр Рахмановский. Я вам скажу так, что после того, как заявили эти органы, о том, что наступление на Киев можно организовать через Яндекс.Пробки, ну, вообще все решение СНБО и весь их уровень уже понятен. Смотрите, зрители жалуются, что много мнений. Ребята, это и есть демократия. Они не жалуются, они констатируют факт. Констатируют факт. Это и есть, да, наша демократия, наша свобода, что мы можем смело, спокойно разговаривать и не набить друг другу лицо, как в российских эфирах. А теперь смотрите, для того, чтобы оценивать вообще события, необходимо еще смотреть ретроспективно, да, что было раньше. Вот смотрите, мы обсуждали, когда были первые наезды на фоповцев, на предпринимателей, и когда страну натравливали, что во всем виноваты предприниматели, которые не доплачивают якобы налоги, поэтому нужно ликвидировать систему единого налога, увеличить в 10 раз налоги, и тогда заживем. И мы здесь сидели и обсуждали эту тему. И тогда я говорил, что, извините, что перетяну. Ребята, а давайте начнем смотреть на власть. Вот давайте начнем с крупняка. И теперь обратите внимание, что происходило вчера в стране. Все единщики, все предприниматели примерно платят 5-10 миллиардов гривен в год. Все. Вот этот миллион предпринимателей. Вчера арестовывали налоговиков бывших, только одна сфера деятельности государства, которых подозревают в расхищении 95 миллиардов. То есть суммы, которую заплатят все предприниматели Украины в течение 10 лет. И когда я говорю, что ребята, не надо трогать маленький бизнес, начните грабить. Начните прессовать и искать хищение вот этих заплывших жиром толстосумов. А потом, когда вы закончите с ними, тогда пусть все платят налоги. Видим. И я задаю вопрос точно так же сейчас. Господа, у нас военкомы с бизнесом в России. У нас армия, пропитанная агентами, настоящей агентурой, не виртуальными какими-то бредовыми агентами Кремля, а настоящей агентурой, как в фильмах советских про шпионов. У нас чиновники пишут об открытую государственной власти, в открытую о том, что они сепаратисты, и они продолжают работать. У нас половина силовых структур, включая спецслужбы, это сепаратисты открытые. И мы говорим о том, что девочка ВКонтакте, оставляя свои персональные данные, либо же фоточку про танки, которые прошли, наносит больше ущерб, чем агентура обученная. Ребят, ну это же бред. Это точно так же, как предприниматели наносят ущерб экономике в то время, когда только налоговая сфера нанесла 100 миллиардов гривен, своровала из бюджета.
Александр Ухмановский, вам Станислав Мартиросов написал, что вы троцкист. А своей оговоркой по Фрейду, он мне напомнил старый тоже замечательный анекдот о еврейском Робин Гуде, который грабил богатых и все раздавал бедным под маленький процент. Однако, я полагаю, что нам уже пора заходить на коду, поэтому, Юрий Решетник, и помянуть о нашим гостям, пожалуйста. Спасибо. Я хотел бы продолжить то, что Дима сказал по поводу антивируса. Ну, хотелось бы что-то находить позитивное во всем негативном окружающем. Да, то есть антивирусы, это, если там сильно беспокоит кого-то, это там вопрос лицензирования самой операционной системы, там купленная, ломаная, переходите на Linux, на бесплатную операционную систему. Они не подвержены, в принципе, если так уже абстрагироваться, вирусом каким-то, то есть если ты полностью умеешь управлять операционной системой. Это экономия фондов, экономия средств, как бы, ну, для бизнеса то, что надо. Linux, он как бы не нуждается в антивирусах, в том числе Касперского. То есть это, ну, на самом деле классно, что их заблокировали. Понятно. То есть сердце линуксоида прыгает от радости. Так, господа, у нас есть где-то по 1,5 минуты на каждого из вас. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну, Дмитрий, начнем с вас. Да. Ну, я за время передачи мнение не поменял. Я считаю, что очень правильное решение было принято. И я также увидел на примере наших уважаемых гостей, что вот эта вот граница, она все-таки еще и возрастная в некоторой степени. То есть действительно людям, которые считают своей, ну, родиной СССР, или там они родились там и считают, ну, что большая часть жизни или там какие-то важные ее моменты прошли именно там, то для этих людей эти соцсети действительно важны, потому что как же ж можно разъединять то, что у них в голове это одно единое целое. То действительно, да, тяжело. Но опять же, я предлагаю этим людям подумать о том, что есть у нас у всех дети, которые уже не живут в этой парадигме, и они не будут, и их дети точно тоже в ней жить не будут. Подумайте о них, о том, что ваша позиция, она, ну, в некоторой степени эгоистична. То есть можно чуть-чуть потерпеть, эти неудобства совершенно ни в какое сравнение не идут с неудобствами, которые испытывают те люди, которые нас сейчас защищают на войне. Она у нас идет, она буквально вот рядом, можно, все желающие могут туда съездить, кто помочь военным, кто еще каким-то там... Кто повредит немножко. Да, кто просто пересечь там границу с оккупированными областями и съездить там в Донецк, если кто-то считает, что он может это сделать. Я бы, например, не решился. То поймите, это действительно это элемент защиты нашей Родины. Ну, вот кому-то он может нравиться, кому-то нет, но тем не менее это важный шаг вперед. Нельзя постоянно манипулировать и фразами бросаться, которые, ну вот, к сожалению, Александру тут очень много времени давали на это, на распространение троцкизма и на то, что нужно, вот почему мы, как мы можем сравнивать там то-то и то, когда не сделано то-то. То есть расставьте свои приоритеты в таком случае, список составьте и отправьте эти пожелания господину президенту, возможно, он вас услышит. То есть я считаю, что нужно просто каждый на своем месте должен делать по чуть-чуть, и каждый из нас должен эту лепту вносить. Дякую, Дмитро. Володимир Борисович, будь ласка, закінчит Сергій Дібров. Будь ласка. Я скажу, что является ли этот указ ширмой для того, чтобы спокойно Верховная Рада приняла непопулярные решения? Да, не приняли бы и так. Был бы этот указ, не был. Какую ширму бы вы здесь мы не подняли, мы четко должны понимать, что пенсионная реформа будет, рынок земли будет. То есть все это на злобу дня, просто опять-таки, кто и как этим будет пользоваться. Но все-таки, наверное, этот указ больше катализатор. Катализатор зрелости нашего общества. Что действительно вот возможности такого свободного волеизлияния и высказывания, которые есть вот, в том числе на сегодняшней передаче, это показатель демократичности и свободности, и либеральности нашего общества. Меня устраивает абсолютно все. Я еще раз подчеркиваю, это здорово, что в нашем обществе есть такая возможность. Я переживаю лишь за то, что к этому указу могут быть дополнения, могут быть новые указы и законы. Когда мы так спокойно провели так называемое обсуждение этого катализатора, и вслед за сегодняшней обстановкой появятся тройки или пятерки,
которые смогут спокойно смотреть, а что на самом деле у тебя в компьютере, в гаджете, не являешься ли ты пользователем какого-то запрещенного, нерекомендуемого ресурса. И будет то же самое, что в Китае, потому что на самом деле там это работает. Невзирая на всевозможную великую китайскую защиту Firewall, это работает. И тройки, и пятерки приходят в деревни в том числе, и в университеты, и проверяют. И потом китайские ребята отрабатывают 5-7 лет на стройках страны великой. Я не хотел бы, чтобы мы дошли до этого. Если Совет национальной безопасности считает, что так нужно, ну, это его решение. Но я надеюсь все-таки, что либерализм, демократия и свобода в нашей стране восторжествуют. Дякую. Я хотів би тільки нагадати тим, хто так сумує за тим контактами, так чи як це правильно сказати, та однокласниками, що поки ми тут спокійно розмовляємо щодо того, а чи взагалі це було доречно, може, можливо, неможливо, а мав право президент чи ні, то у тій самій Росії, яка і курує власне ці ресурси, саджають і дають досить великі карні терміни ув'язнення, в тому числі, просто за пости у цих соціальних мережах. Тому, ну, я думаю, що все ж таки пріоритети, про які тут Дмитро також казав, вони, ну, принаймні для мене, досить очевидні. Сергій, будь ласка. Я хочу напоследок поделиться эмоциями. Самая яркая эмоция сегодня – это было заявление пресс-секретаря Службы безопасности Украины в Николаевской области управления о том, что такие решения принимаются спонтанно. Я очень надеюсь, что это была оговорка, потому что я как IT-специалист в какой-то степени, как менеджер в какой-то степени, я знаю, что спонтанное решение – это либо коррупция, либо ошибка. Другого быть не может. Не может быть спонтанных решений, которые касаются 40-миллионной страны. Вот не может. Кроме того, это решение Совета национальной безопасности и обороны, у которого есть мощнейшая сеть исследовательских институтов, центров, специалистов, аналитиков, которые не могут спонтанное решение, не могут. Я искренне надеюсь, что это была ошибка, если нет, ну, значит, все хуже, чем я себе предполагал. Вторая эмоция была немножко раньше, когда я увидел пост, скриншот. Группа в ВКонтакте называется «Донецкая республика». Там такая надпись. «Друзья, поддержите петицию к Порошенко об отмене запрета ВКонтакте одноклассников. Точка. Осталось всего 7 тысяч подписей». То есть, значит, обидели 25 миллионов, 25 миллионов голосов у Порошенко и шло, и теперь сепаратисты на Донбассе ищут 7 тысяч подписей, чтобы, значит, подписать петицию к президенту страны, которая, по их мнению, не существует, не состояла, это очень смешная ситуация. Очень смешная. Вождю пункты. Да. Теперь факт. Значит, у меня есть возможность исследовать большие объемы данных, биг-дата майнингом заниматься. Я могу сказать, что по моим данным, политически активные или интересующиеся политическими, общественными, социальными новостями в Одессе посетители интернета, пользователи интернета, примерно 5% из них, которые раньше пользовались ВКонтакте, они поставили себе фаервол. Мы можем анализировать, как была посещаемость на крупнейшем украинском региональном сайте до и после. И мы видим разницу, видим тенденции, видим, как люди быстренько пошли в Facebook скачивать себе фотографии. Это очень хорошо видно. И мы видим, что на 5% эта вся ситуация поменялась, осталось эти самые 5%. Ситуация не столь для среднего поколения, для интересующихся политикой, социальными новостями и прочее, это не так страшно. И последнее. Прозвучала сегодня фраза, которая меня сделала сторонником цензуры. Конкретно установление ценз. Вот что касается интернета, где тут общение, хочется сделать ценз образовательным. Я услышал о том, что в Ирландии банят за 3 грамматические ошибки в неделю. Это великолепный ценз. И судя по тем аплодисментам, которые зрители не слышали, но которые звучали здесь в студии, когда это было, я его всячески поддерживаю. Спасибо большое. Дякую усім. Ми вже перебрали час. І єдине, що мені лишається додати, це те, що написала нам одна з наших глядачок. Дивишся, у кожного своя правда. Лишається тільки вибрати. Ми для того і збираємося тут, щоб не видавати рецепти, а щоб шукати разом якісь рішення. Вам обирати, з ким ви згодні, з ким не згодні. Але я дуже сподіваюся, що сьогоднішня дискусія додала вам аргументів у ваших суперечках із самими собою, і з вашими знайомими. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.